Алло. Алло, Аврора. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, Аврора, смотрите, вы заявку свою оставляли по поводу заработка, правильно? А вы кто? Михаил. Вы забыли трейдер. Представиться. Что трейдер? Меня зовут вы Михаил трейдер? Мороз. Михаил, да, Мороз? Все правильно. Трейдер – это ваша должность? Да, да, все правильно. Это моя должность. А компания? Менеджер. Так, Газпром. Трейдер вы? Газинвест. Вы трейдер или все-таки менеджер? Вы кто? Трейдер, трейдер. Вы трейдер, да? А зачем менеджер сказали? Ну, так, трейдер, менеджеры в компании. Менеджер компании и трейдер, да? Две должности у вас? Да, все правильно. И организация называется «Газпром», да? Да, «Газпром», верно. Точно «Газпром»? Да, точно «Газпром». ПАО «Газпром», публичное акционерное общество «Газпром», да? Да, правильно. Хорошо, что вы можете предложить мне как физическому лицу? Алло, не спите там. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, алло. Дима, еще раз здравствуйте. Освободились немножко? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тогда еще раз представлюсь. Меня Артем зовут. Я по поводу регистрации вашей звоню. Я так понимаю, заинтересовались информацией по доходу дополнительному, да? Интересовалась. Ну, супер, супер, добро пожаловать. Опыт уже был у вас какой-то? Или новичок? Нет, не было. Опыта не было. Опыта не было. Изучаете пока, да? Знакомитесь. Да. Ну, в целом, понимаете, как сфера работает? Ну, конечно, в целом понимаю. Ну, хорошо, я просто так слышу по голосу, уже девочка не маленькая, поэтому, ну, может что-то уже и пробовали раньше. Это хамство, с вашей стороны. Вообще привело вас к нам? Что привело вас к нам? Ну, что и всех остальных. Желание получить дополнительный доход. Ну, это базовое желание, к нам другие не приходят. Ну, а что вы хотите? Что вы хотите услышать от меня? Ну вот вы смеетесь. Вы что хотите от меня? Хочется понять, Рима. Хочется ваши амбиции понять. Потому что можно это по-разному работать. Можно заниматься активной торговлей, там, покупать, продавать. Можно просто себе инвестиционный счет какой-то открыть, накопительный. Да, можно на дивиденды немножко посмотреть. То есть все зависит от того, чего вы хотите достичь, к чему вы стремитесь. Люди же разные. Ну вот хочу посмотреть на дивиденды. На дивиденды. То есть, да, вам больше такой, более плавный, пассивный формат интересен, да? Да, хорошо. Более плавный, хорошо. Пассивный. Ну, хорошо, замечательно. Тогда есть пару вариантов. В принципе, вы уже для себя рассматривали в сумму вложений для инвестиций, сколько хотите выделить. Так, а что вы так с козырей заходите в сумму вложений? Может быть, вы сначала озвучите свои условия? Они же никак не будут меняться от суммы моих вложений. Ну, комиссионные наши будут влиять на это. Ну, то есть, же, если я... Подождите, да. Артем. Да-да-да, я вот... Если, допустим, сумма моих вложений составит 100 тысяч, это будет 1%, если больше, то другой. Звук куда ушел? То есть, да, у вас не один и тот же процент будет? В зависимости от суммы вложений. Да, чем больше сумма инвестиций, тем меньше вы платите комиссионных, все правильно. Это кто так распорядился? Ну, обычно такие условия. У кого такие условия? Чем больше вы вкладываете, тем меньше наши комиссионные. У компании. Да. А что вы за компания? В принципе, не только у нашей, у всех. Нет, я первый раз. Газпром Инвест.
Газпром Инвест, да? Очень хорошо. Скажите, да, наша же задача это именно предоставлять вам аналитику. Ваш Газпром Инвест пишется одним словом или два слова? Алло, не отключайте звук, иначе вы меня потеряете как клиента. Отдельно. Нет, Розана, я вас слушаю. Газпром, а Инвест отдельно, правильно я понимаю? Правильно, правильно. Угу. Ну, давайте с АЗОВ начнем. Ваша компания где расположена? Вы такие сразу мне условия все, начали озвучивать. Да, я вас понял. Ну, конечно, все отлично. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Да, Снежана, здравствуйте. Добрый день. Снежана, я рад вас приветствовать. Меня зовут Алексей. Звоню по поводу вашего интереса к дополнительному доходу. Вы интересовались сферой инвестиций. Сейчас есть просто замечательные условия, чтобы вы могли с нашей компанией приступить к работе. То есть сейчас всего лишь нужно инвестировать 1 000 000 и получить 2 бонуса. Давайте. Что давайте скажете? Будем инвестировать 1 000 000, чтобы получить 2. Только с кем? Хорошо. Это с вами? С какой компанией? Скажите мне. С моей компанией. Ну что у вас проект за компания? Проект Алексея Мамаева. Проект Алексея Мамаева. Да, проект Алексея Мамаева. Это инвестиционный проект, очень известен в России, уже много лет работает. Вот я, собственно, и есть Алексей Мамаев, кстати. Алексей, ну, да, Викторович. Кто бы или сомневался. Алексей Депозитович, как меня называют друзья иногда. Кто бы это сомневался? Потому, что я... А компания какая, Алексей Депозитович? Проект Алексея Мамаева. Вы не наверняка может даже по телевизору слышали. Компания Алексей Депозитович называться проектом. Может. Нет. Россия – это страна возможностей. Тут возможно все. Не сомневаюсь в этом. И все же... Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Приятно с вами познакомиться. Являюсь менеджером по работе с клиентами. Екатерина, звоню касаемо вашей регистрации, которую вы оставляли на инвестиционном проекте с целью дополнительного дохода. Припоминаете? Если скажете где, то припомню, а то Екатерине я никакой не оставляла регистрацию. Газинвест. Проходили анкету Газинвест. И оставили номер телефона, да. Для обратной связи. Да, Газинвест было такое. Угу. Вы ознакомились с моей анкетой, да? Да. И скажите, как? У вас же, насколько я понимаю, ранее не было опыта, да, в сфере инвестиций? Не было. Так вы ознакомились? Что там, как моя анкета? Алло, вы куда-то пропадаете. Нет, это вы выключаете звук. Я говорю, как моя анкета. Звук не отключайте, Екатерина. Екатерина, это вы. Меня зовут Алиса. Тьфу ты. Так вечер уже, 8 часов. Вы что там делаете на работе-то? В Газинвесте в 8 часов вечера. В пятницу. Мы не Газинвест, мы являемся аналитическим проектом, который предоставляет формат сопровождения в сфере инвестиций. Вы только что сказали Газинвест. Я не представлялась Газинвест. Вы оставляли свою анкету на Газинвест. А так, мы а вы кто? Сотрудничаем с ними. А каким образом проект? Мои данные оказались у вас? Так как мы с ними сотрудничаем, так у нас есть доступ до данных людей, которые оставляют подобные анкеты. Ничего подобного. Я такого разрешения не давала. Без моего разрешения вам никто не имеет права мой телефон давать, номер моего телефона. Так что вы неправильно используете мои данные, незаконно. Почему? Мы являемся непосредственно партнерами. Потому что моего согласия на это не было.
Или что, я вообще никакого не имею права, что ли, в этой жизни? Даже на то, чтобы мои данные использовались только по моему согласию? Вы почему мои данные умыкнули у Газинвеста? Екатерина, я ничего не забирала у Газинвеста. Мы являемся непосредственно партнерами и предоставляю доступ до ваших данных, так как вы будете зарабатывать вместе с нами, а Газинвест от этого будет иметь свой интерес. Если бы Газинвест не подписывал договор о сохранности моих данных, вопросов бы не было. Но так как он подписал договор на рекламном баннере, там стояла галочка о нераспространении данных, то есть о конфиденциальности, то вы не имели права пользоваться моими личными данными, то есть именем, фамилией и номером телефона. Я могу на вас подать в суд. Мы являемся государственным проектом, который предоставляет как раз сопровождение в сфере инвестиций. Как называется организация, в которой разработан этот государственный проект? Внимательно вас слушаю. Российский фонд прямых инвестиций. Угу. Значит, Российский фонд прямых инвестиций использует незаконно мои данные. А кто у вас директор? На кого мне писать заявление в полицию? Мы используем данные наших партнеров, так как мы сотрудничаем с ними. Да понимаете? Мне плевать на ваших партнеров. Вы без моего разрешения используете мои данные. Мои данные вы используете. Так что давайте диктуйте мне. Да, но вы самостоятельно оставили. Я у вас ничего не оставляла. Я в фонде прямых инвестиций не оставляла ничего. Я оставляла на Газинвест. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло. Руслана, добрый день. Слушаю вас. Руслана, меня зовут Щербинин Александр, я финансовый специалист инвестиционного проекта. Вы у нас сегодня свои данные оставляли, правильно? Да, правильно. Супер. Смотрите, звоню вам как раз таки с той целью, чтобы помочь разобраться и рассказать вам, как сегодня же вы сможете заработать. Но для того, чтобы понимать, сможем ли с вами сотрудничать, вы сориентируйте, вам сколько лет? А вы представились или нет? Я не услышала ваше имя. Да, Александр Щербинин, финансовый специалист инвестиционного проекта. Ну вот что я финансовый специалист я услышала, а что Александр Щербинин нет. Не услышали? Ну ничего страшного. Нет, просто может вы не говорили каких-либо просто. Проблем. Ну ладно. Нет, я говорил. Так, хорошо. Вы подскажите, вам сколько лет? Мне 18 уже есть. Угу, хорошо. А гражданство у вас с нашей стороны Российской Федерации, правильно? Российской Федерации у меня гражданство. Ага, а второго, третьего гражданства у вас раньше не было? Что за дебильные вопросы с утра с самого? Вы можете рассказать про свою компанию, что вы за компания и какие условия предлагаете? Прежде всего, для того, чтобы понимать, мы сотрудничаем с... на государственном проекте, только исключительно для граждан нашей страны, Российской Федерации. Вы видите что-то в этом плохого, что я спросил за второе гражданство или что? Нет, не за второе, что вы спросили за второе и за третье гражданство. Ну да, я не знаю, может у вас еще какой-то паспорт. Ну вот если вы не знаете, тогда и не надо спрашивать. Что за дебильные вопросы? Так подождите, я что, вам экстрасенс или что? Почему вы так негативно относитесь к нашему с вами диалогу? Потому что это вопросы некорректные. Некорректные? Конечно. Подождите, вы не знаете, что у нас есть иностранное гражданство еще здесь? Я вам только что сказал, почему. Я сказала, что я гражданка Российской Федерации. Что вам еще нужно? Если вас это не устраивает, значит, кладите трубку, мы с вами дальше продолжать не будем.
Так если вас не устраивает наш с вами разговор, вы можете положить телефон, понимаете? Кто первый позвонил, тот первый и положит трубку. А, ну хорошо, давайте будет так, пускай. Давайте. А, смотрите, а что вас не устраивает в том, что я вас спросил за второе, третье гражданство? Вы уже сами прекрасно понимаете, какая ситуация в нашей стране. Потому что это какие-то дебильные вопросы. 39-й федеральный закон гражданину Российской Федерации, который хочет начать инвестировать, должно быть не менее 18 лет. Я гражданин Российской Федерации, и мне не менее 18 лет. Что еще нужно? Мы сотрудничаем строго на нашем проекте. Сотрудничайте. Вот давайте теперь узнаем, что это за проект такой. Инвестиционный проект. Ну, вы знаете, что такое, в общем-то, инвестиции? Я знаю, что такое инвестиции, я знаю, что такое проект. И что такое инвестиционный проект, я тоже знаю. Это складывание куда-то денег. А как может инвестиционный проект работать, непонятно. И представляться инвестиционным проектом вы не можете. Что такое инвестиционный проект, а при чем здесь вкладывание? Ну, потому что инвестиции – это вложение средств. Что такое вложение? С целью их сохранения. Знаете? И приумножения. Я вам сейчас уже сказала. Да, хорошо. А почему именно только вложение? Вы же здесь можете не то, чтобы... Ну, вложение – это что? Это вы морозите свои средства. Здесь же вы можете участвовать Александр, на любых... Александр, как на краткосрочных, вы соскакиваете с темы. Я попросила представить организацию вашу. «Газпром Инвест Холдинг». Так, ну вот это уже куда ни шло. «Газпром Инвест Холдинг». А в рекламе было другое. Что в рекламе было указано? «Газинвест». Ну, «Газинвест» – это укороченное. «Газпром Инвест Холдинг». А, укороченное. Ну тогда скажите, кто у вас генеральный директор, чтобы я посмотрела, укороченное это или не укороченное название. Кто ваш генеральный? А к этому имеет отношение? Большое. Это две разных организации. «Газинвест» и «Газпроминвест» – это две разные организации. Ну да, «Газинвест» – это то, что занимается строительством. Ну, строительные проекты. Хорошо. Так вы еще, не знаете, где вы работаете, да? Кто ваш генеральный директор? Ну, быстренько. Нет, я вас спрашиваю, какой у вас генеральный, ну, какой к этому имеет отношение. Я тогда узнаю, в какой компании вы работаете. Странный, конечно, вопрос, не понимаю, какое отношение это имеет к нашему. Ну, ответьте, и все, от вас же больше ничего не требуется. Ответьте, кто ваш генеральный. Не перебивай меня, не перебивай. Алло. Алло, Руслана. Это снова Чего Александр. Вы трубку зачем бросаете? Я не бросал трубку. Наверное, связь оборвалась. Я слушаю вас внимательно. Поздравляю вас с успешно пройденной регистрацией. Что заинтересовало вас в нашем проекте? Замечательно. Вот сейчас пойду праздновать то, что я зарегистрировалась. Пойду праздновать. Заинтересовала возможность пока еще инвестировать. Прекрасно. Но так пока вы еще меня рано поздравляете. Праздновать. Как рано праздновать? Вы же меня поздравляете. Значит, уже есть конечно. Чем. Значит, надо праздновать. Мы прошли с вами первый этап. Еще два. Каких? Этапа. Ну, сначала мы с вами познакомимся. Я вам все расскажу. Все покажу. Это второй этап. Третий этап. Вы примете для себя верное решение. Будем ли мы с вами сотрудничать? Или же останемся хорошими друзьями? Угу. А то есть, если мы будем сотрудничать, то мы друзьями не будем, да? Мы с вами в любом случае останемся хорошими друзьями, я уверен. После того, как познакомимся. Ну, приступайте. Окей. Мне нужно задать вам несколько вопросов, чтобы понимать вообще, можем ли мы с вами сотрудничать и какой пакет вам будет самый удобный в нашей компании.
Окей? Попытаемся, давайте, только быстренько. Я за рулем еду, мне не совсем удобно с вами разговаривать. Окей, давайте попробуем. Руслан, а вы гражданин Российской Федерации? Однозначно. Окей. А сколько же лет вашим ровесницам? Моим ровесницам больше 18. Больше 18. Прекрасно, прекрасно. Такой вопрос. Вы когда-либо пользовались услугами микрокредитных организаций? Были аресты счетов, просрочки, может быть? Вот это вы в козырей заходите. А давайте тогда встречный вопрос. А вы кто вообще, что интересуетесь моими финансовыми историями? Что за организация? Я не интересуюсь вашими финансовыми историями. Нет, тоже. Я аккаунт-менеджер, Александр. Задаю этот вопрос, чтобы все работало корректно и у вас не было никаких списаний, когда вы по постоку вы получите свою первую прибыль. Организация вы какая? Мы аналитический центр. Компания TRX Global. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся купли-продажей активов на международных финансовых рынках. То есть получается, что вы брокерская организация? Не совсем. У нас есть лицензия, но мы аналитический центр. Александр, так не бывает. Вы или брокер, или нет. Нельзя быть немножко беременной. Ну, смотрите, мы предоставляем информацию нашим партнерам и торгуем на рынке сами, да. Но если вы не брокер, вы не можете торговать. А если у вас есть брокерская лицензия, значит, вы брокер. Правильно, но для своих партнеров мы аналитический центр. А когда торгуем на рынке сами, то да, мы брокерская компания, конечно. Да, знакомимся дальше. А образование вот ваше какое? У вас есть высшее образование? Конкретно у меня? Да. Да. Конечно. Ну, я же с вами разговариваю. Педагогический университет. Педагогический? Да, да. Я работаю не по профессии, представляете. Именно имени Макаренко? Нет, нет. А имени кого педагогический университет? Я заканчивал университет в Москве. Имени кого? Я же спрашиваю. Нисколечко не сомневалась, что в Москве, поэтому спросила. Имени Макаренко? Нет, Московский педагогический государственный университет. Без имени? Ну, так называется у нас. Ну, то есть экономического образования у вас нет от слова совсем никакого? Нет, а мне оно и не нужно. Я же не буду с вами торговать. За вами будет закреплен. Ну, так а понятие какое-то нужно иметь? Образованием, конечно, у меня оно и есть. Понятие о том, что не может быть организация и брокерской, и аналитической, или то, или другое. Или же у вас должны быть лицензии и на ту, и на другую деятельность. Ну как не может? Какой договор мы с вами будем заключать? На аналитические услуги или на брокерские услуги? Какой договор мы с вами будем заключать? Я же вам это сразу и сказал. На аналитические услуги. А как же я с вами буду торговать, если вы будете мне оказывать аналитические услуги, и договор мы с вами будем заключать на аналитические услуги? Торговать вы будете самостоятельно, но под руководительством нашего ментора. Не получится так. Мне нужен брокер, чтобы торговать. Чтобы выйти на биржу, мне нужен брокер. Конечно. А вы аналитическая компания. Вот совсем вы меня запутали, Александр. Когда мы предоставляем вам информацию, конечно, мы... То вы аналитический центр. А когда вы счет мне открываете, тогда вы брокерская компания, да? Конечно, конечно. Нет, я с вами работать не буду, вы мошенники. Такого не бывает. Такого не бывает. Как же это не бывает? Ну вот, как бывает, только наоборот. Хорошо, каким образом мы регулируемся напрямую Центробанком Российской Федерации? Что за жизнь?
А как вы можете регулироваться, аналитический центр Центробанком России? Так мы, я же вам сказал, что мы и сами торгуем на бирже. Нет, ну может быть вы с каким-то брокером там когда торгуете мы через вам какого-то... Послушайте, когда мы предоставляем вам информацию, мы аналитический центр. Но... Что за чудо чудное вы мне рассказываете? Предоставление инвестиционного счета? Конечно же, для этого нужна брокерская лицензия. Ну, то есть вы и вы и чтец, вы и на дуде и грец. Давайте я вам объясню. Если разобраться, то наш аналитический центр – это дочерняя компания брокерская. Кто там у вас упал? Нет, никого, никто не падал. У нас а что за шум? Подписали новый договор с новым партнером. А, лоха обули, да? А почему сразу так? Ну, потому что вы мошенники. Я же сразу уже сказала. Назовите хоть один аргумент в пользу того, что мы мошенники. Да я вам пытаюсь вот втолковать, что я все понимаю, а вы не алло? Так делаете вид, что вы ничего не понимаете. Так я как раз не делаю вид. По-моему, вы делаете вид, что... Нет, вы знаете, делаете вид, что вы ничего не понимаете из моих слов. Что я вам говорю, что такого не бывает, что вы с утра аналитический центр, а вечером вы брокерская компания, а вы гнете... Постоянно свою линию. Вы что-то слышали о материнских и дочерних компаниях? Как это и материнских, и папиринских, всяких я слышала. А, так да. Вы не разбираетесь в этом от слова. Нет, что-то, наверное, конечно, я совсем. Начитались, совсем наверное, что-то в интернете. И начиталась, и насмотрелась, и наслушалась. И вот такие вот названивают непонятно кто. Из материнской организации. Руслана, и пытаются надурить меня. А если вы прочитаете какую-то надпись на стене, вы тоже будете ходить всем рассказывать, что это правда? Например, что Маша с соседнего подъезда плохая девчонка. Вы тоже будете ходить по всему городу это транслировать? Ну, получается так, что я зарегистрировалась на рекламном баннере, а оказывается, это как надпись на заборе была. Почему? Ну, по вашей логике. По моей логике? А вы знаете, конечно. Что неугодную рекламу, то есть мошенников, сразу же блокируют Facebook, Instagram? А вы знаете, что не всегда блокируют эту рекламу? Иногда на эту рекламу... Откликаются антимошенники. А вот так вот. Регистрируются специально. Да, антимошенники. Ага, и потом вы считаете вот... себя антимошенником? Я да. Прикинь. Ну, открывайте Google. Гуглите нашу компанию тогда. Посмотрим все. Я же говорю, я еду в машине. Как я открою? Какой Google я открою? Или мне специально притормозить, остановиться и зайти в Google? Шутишь? А почему нет? Из-за мошенников я буду менять свои планы. Планы. Ну вот сразу сливайся. Вы не можете назвать мне ни одного аргумента. Ну все, ну ты уже понял, что на Мивину здесь не подадут. Ну чуть дальше продолжай. Почему вы со мной на ты? А почему нет? А я не знакомый вам человек. Во что? В лесу воспитали? Да, Маугли. Прикинь, я Маугли, меня воспитывали в лесу. А еще там у тебя написано на второй странице, что меня, наверное, обманули. Почитай. Ты про Маугли раньше начал. Ну да, ты же там не прочитал сначала это предложение. Ты должен был меня спросить, вас что, обманывали? Вас обманул Шархан? Вот, видите, умнеете на глазах. А потом уже кто вас воспитывал? В плане, кто меня воспитывал. Да, зачем вы мне... Не тебя, а меня. Мы сейчас разбираем твой скрипт. Волчата, какой скрипт?
который ты сейчас не озвучиваешь. Кто вас воспитывал? Это же явно по скрипту ты должен задать этот вопрос. По какому скрипту? Я на самом деле, как правило, общаюсь с культурными людьми. А вот вы мне попались. Вот, понимаешь ты, лох не мамонт, в лесу воспитывал, не вымрет, а тут попался не лох. И ты теперь можешь не обливать бог, грязью. Как угодно. Пока ты не положишь трубку, ты будешь изрыгать из себя всякие гадости. Ну и куда ты пропал? Выключил звук. Так тебе это не поможет. Но я тоже положу трубочку рядом, но сбрасывать не буду. И посмотрим, кто кого выдержит дольше. Давай, чао. Странная игра. Очень странная. Очень странная. Алло. Так, а чего вы молчите? Если что, я звоню вам по платной линии. Вы платите за мой звонок. Алло. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло. Алло, Рузанна, добрый вечер. Меня Евгений зовут, фамилия моя Акимов. Я так вижу, вы заинтересовались информацией о дополнительном доходе, попросили связаться с вами, оставили контактные данные, чтобы, я так понимаю, побольше узнать об этой сфере. Все верно? Вы со второго подъезда? Или с третьего? В пятом этаже живете, да? В каком плане? Ну, на пятом этаже живете. А что вы имеете в виду? Ну, нет. Нет? А кто нет. Вы такой? А какое это имеет отношение? В смысле, какое? Я представитель независимой аналитической компании. А, вон на что? А почему вы не представляете сразу так, как положено? Я же вам представился. Нет, вы мне сказали, что вас зовут Евгений, и все. А из какой организации? И фамилия моя Акимов. Да, и все, я не знаю никаких Евгениев Акимов. Только сосед у меня есть, на пятом этаже живет, во втором подъезде. Акимов. Зовут Евгений Акимов? Ну, Евгений или не Евгений, но Акимов это точно. Я вас понял. Хорошо, я представляю компанию непосредственно Gold Trading. Gold, в смысле золотой? Да, совершенно верно, вы правильно понимаете. Так, что вы предлагаете? Как я смогу с вами заработать? Предлагаю вам услуги нашей компании. Зарабатывать вы с нами можете каким путем? Путем того, что мы вам будем предоставлять торговые сигналы, исходя из которых вы будете приобретать определенные активы. И также будем вам говорить и рекомендовать время, в которое вам необходимо их продать, дабы приумножить ваш капитал. Но важно понимать в целом, какую цель вы преследуете, на каких активах вы хотите работать и на каких рынках, что немаловажно. Чтобы я вам мог сформулировать конкретное коммерческое предложение. А вы мне коммерческое предложение будете высылать на электронку или зачитывать по телефону? Ну, какой или вариант вы выберете? Будет? Это будет устно или письменно? Ну, если это будет почта, то это будет письменно, даже вполне логично. А если это будет по телефону, то это будет устно. И все в первую очередь зависит от вас. Я поняла вас. Давайте, представьте мне. Что? Вы мне расскажите, что вы предлагаете. Извиняюсь, связь прерывается, я вас не услышал, помехи были. Можете повторить? Конкретно предложите. Что вы можете предложить мне конкретно? Конкретики хочу. Я же вам говорю, обучение, сопровождение, также торговые сигналы, исходя из которых вы будете открывать свои сделки. Так, я буду... Ну, я говорил, возможно, вы не услышали или прерывалась связь. А, ну да, прерывалась связь, конечно. Да. То есть, ваша Gold... Как вы сказали, компания называется?
трейдинг. Gold трейдинг. Какое отношение имеет к Газпром инвесту? А при чем здесь Газпром инвест? Ну я-то регистрацию оставляла на Газпром инвест. Возможно. Но смотрите, у нас есть честная конкуренция, и просто первое право звонка вам принадлежит компании «Газпром Инвест». В дальнейшем они предоставляют нам ваши контактные данные для того, чтобы мы также могли вам предложить наши условия. Возможно, они вам больше подойдут. Это что, как право первой ночи, что ли? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Ну, раньше, когда бояре выдавали замуж своих крепостных, они имели право первой ночи. Вот сейчас вы мне то же самое говорите, что «Газпром Инвест» имеет право... Ну, вы просто право... это очень странно интерпретируете, честно говоря. Так и получается, потому что, ну... Мне кажется, это не совсем корректное сравнение. Где Gold Trading, где «Газпром Инвест»? А вы где расположены? Вы компания российская? Совершенно верно. Расположены мы в Москве. Наш юридический адрес. Ну, дальше. Мы, собственно, и зарегистрированы здесь же. Ваш юридический адрес какой? Москва. Улица еще какая? Раз. Юридический адрес ваш какой? Наш. Я просто плохо вас слышал. Вы прерываетесь. Можете, пожалуйста, еще раз повторить? Адрес юридический ваш какой? Адрес спрашиваете? Адрес, это набережная Пресненская, дом 6, строение 2. Какая набережная? Не услышала. Пресненская, дом 6, строение 2, этаж 13, помещение с 1 по 5. Понятно. Ну и ваш директор генеральный, кто? Фамилию скажите. Потом. Грицук Владимир Владимирович. Грицук генеральный Владимир директор нашей компании. Замечательно. Да. Так. Вы брокерская компания? Совершенно верно. Угу. Gold Trading, брокерская компания, да? Ну, это я проверю, я да. Сейчас не возле компьютера, к сожалению, проверить не могу. Не проблема. Ну, я проверю, конечно. Хорошо. Хорошо, теперь скажите, без проблем. А ваш интерес в чем? Наш интерес – это 10% лишь с вашей чистой прибыли. То есть, если вы с нашей компанией заработали сумму X, ну, давайте, это будет 1000 рублей. Ой, не надо. Я умею считать проценты от чисел. Не переживайте. Отлично. Так. Хорошо. Замечательно. Ну, дальше, как же мы с вами будем трудиться? Как мне купить акции компании? Зайти на торговую платформу, вас ознакомит с ней, расскажет, как вам правильно с ней взаимодействовать, как приобретать определенные активы. Там платформа. У вас будет возможность а приобрести как платформа... определенные активы. Как платформа называется? Golden Trading. Так вы же сказали, что это ваша организация. Да, так называется. Почему платформа не может совпадать с названием нашей организации? То есть ваша платформа зарегистрирована на Преснянской 6, да? Нет, не 6. А да, дом 6, да, строение 12. Я же говорю, ваша платформа зарегистрирована на Преснянской 6, строение 12, да? Да. Нет, строение 2. Извините. А, строение 2. Понятно. Хорошо. Да. 13 этаж. Помещение с 1 по 5. Так, а скажите, пожалуйста, мои гарантии какие? Того, что я не прогорю, а получу свои... Кстати, сколько я процентов получу? В зависимости от того, какие активы вы выберете и какой в целом вид торговли. Ну, я же озвучила пассивный вид торговли на дивидендах. Нет, вы этого не сказали.
Этого вы мне не говорили. Возможно, вы с кем-то другим общались? Да, общалась, да, возможно. Теперь уже сказали. Да, просто вы говорите, вы мне уже сказали, но вы мне этого не говорили. Ну, опустим, это не столь важно. То есть вас интересуют дивиденды, правильно? Да. Супер. Тогда, когда вы станете частью нашей компании, то есть откроете минимальный тип счета, мы сможем вам предоставить торговый сигнал, и тогда мы уже сможем с вами просчитать, какую прибыль вы сможете получить и в каких активах. Ну, вы должность какую занимаете, Евгений? Старший менеджер. Старший менеджер. То есть вы не финансист, нет? И финансового образования экономического у вас нет, да? Финансовое и экономическое образование есть. Есть. Но занимая должность не финансиста. Угу. Но вы же должны знать, что инвестиции и торговля – это не одно и то же. Что это различается между собой. Понятие, которое… Однозначно. Так. А я вам говорю про дивиденды, которые я хочу получать. Но тут уже вопрос восприятия. Понимаете? То, что вы хотите получать дивиденды, замечательно. Нам же для вас нужно сложить инвестиционный портфель. А вы же мне говорите про что? Про сигналы. А вы мне говорите за сигналы. А сигналы когда получают? Когда занимаются торговлей? Я торговлей не хочу заниматься. Не обязательно. Вынужден с вами не согласиться. Да, вам в любом случае, если будет у нашей компании информация, что определенные активы стоит сейчас продать, так как сейчас благоприятная обстановка для этого, либо мы будем знать, что их ждет какой-либо крах, то это, я считаю, в том числе торговый сигнал. А, это можно вы так считаете, к этому понятию. Да? Это с вами так... свяжутся и скажут, что... Угу. А хорошо, как вы это считаете? Рекомендация? Это вы так интерпретируете, да? Вы интерпретируете понятие инвестиции как продажу и покупку акций, да? Но инвестиция это в целом подразумевает собой то, что вы приобретаете акции компании. У вас какое-то другое мнение на этот счет? А с какой целью приобретаются акции компании? С разными целями. Например? Перепродажа, получение дивидендов. Я не ставлю цель перепродажу акций. Я ставлю цель получения дивидендов. Да, но вы спросили, с какой целью их приобретают. Вы же не уточнили, кто? Я вам ответил на ваш вопрос. С разными целями их приобретают. Замечательно. Кто-то в целом хочет хранить свои деньги в данном активе. Ну я же вам сказала, что я хочу кто-то дивидендную кто-то хочет стать владельцем квартиры. Ой, квартиры, извиняюсь, компании. Ну, я уже услышал, что на дивидендной основе. И хорошо. Вы мне опять за торговлю говорите, за трейдинг. Хорошо. За сигналы. Не проблема. Не проблема. Вы сможете мне помочь приобрести акции? У вас просто одно свое понятие. Нет, у меня общепринятое понятие. Конечно, сможем. В экономической литературе, которая рассматривается. В экономической литературе, которая рассматривается? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, какая что... Какая экономическая литература на данный момент рассматривается? Любой учебник по экономике. Любой, абсолютно. Какой учебник по экономике? Любой. В любом учебнике по экономике есть понятие инвестиции? Или конечно. Торговый сигнал? О чем вы говорите? Не торговый сигнал, а что такое инвестиция. Есть в любом учебнике по экономике. Вы меня утомляете, Евгений. Я вам говорю за дивиденды. Так а зачем вы утомляете? Вы опять мне торговлю подсовываете. Я не буду торговать. Никто вам не подсовывает торговлю. Подсовывает. В любом случае, если вы приобретете акции компании и потом их продадите, это уже торговля. Я их не собираюсь продавать. Вы этого не понимаете? Я собираюсь дождаться, то есть, пока даже если вы будете акционеры понимать, компании начислят дивиденды. Вы их оставите? Почему меня перебиваете? Но вы же себе это позволяете в диалоге со мной? Я пытаюсь закончить мысль, вы меня перебиваете. Может быть, говорите. Не надо это делать, если вы хотите заполучить клиента. Но вы мне не подходите, вы поняли, да? Нет, вы этого не сказали. Поняли. Это вы впервые сказали. Ну все, тогда прощайте. Раз вы такой недогадливый молодой человек, нам говорить с вами не о чем.
Как это ни о чем? О экономической литературе. Вы меня перебили на экономической литературе, так что я с вами общаться не буду. Нет, я вас перебил раньше, по-моему. Даже еще раньше. Евгений, вы видите, не клиента ориентированный. Видите, как получается? Вы невнимательны. Вы не клиента ориентированный. Я, поверьте, специалист. Еще как клиента ориентированный. Зачем вы меня снова перебиваете? Зачем вы говорите со мной? Это какой-то экономический термин? Подскажите, это какой-то экономический термин? Мне кажется, вы потеряли свое счастье. Если не хотите... Мне кажется, я его приобрел. ...быть посланным в пешее эротическое путешествие, сами сливайтесь. Да, вот видите, как вы заговорили. Получается, да. Вы раскрылись. Я раскрылась в чем? В том, что я не хочу разговаривать с мошенниками? А в чем мошенничество? Вы сможете это доказать? А я обязана это доказывать? Хорошо, я вам скажу. Упрекаете? Да, я вам скажу. Вы же говорите, что мы мошенники. А в России с недавно... То есть, получается, вы занимаете клеветой? Ты помолчишь, уродец? Так мы же не договорили. Ты помолчишь и выслушаешь меня? А то ты хочешь, чтобы я... Почему вы решили перейти на личности? При чем тут личности? Я на всех вас мошенник. Мошенником. Так, может, вы мошенник? А, ну это ж я позвонила, да? Я мошенник. Ну, из чего вы исходите, называя меня мошенником? Вас кто-то обманул? Ну, вы дадите мне сказать или будете дальше пребывать в неведении? Нет, ну вы меня оскорбляете, мне это неприемлемо. Клади трубку. Неприемлемо? Бросай трубку. Не собираюсь этого делать. Конечно, тебе же не заплатят. Вот в чем вопрос-то. Вот мне в чем и так дело. Не заплатят за вас. А, так причем, ты упражняешься? Заплатят или не заплатят? Упражняешься, да? Ну так нет, вот, я веду светскую беседу с высокопоставленным чиновником. Если ты меня не будешь перебивать, я тебе скажу, почему ты мошенник. Договорились? Вас кто-то обманул? Ты еврей? Кто там? Кого позвать? За что? Глухих на ферму повезли, тебя с собой прихватили. Нет, я же здесь. Ну, клади трубку. Ладно, ну доведите свою мысль до конца, давайте. Почему я мошенник? Да не буду. Ты не умеешь разговаривать. Да? Нету аргументов? Есть аргументы. Ты не умеешь общаться с людьми, перебиваешь, уж поверьте, не даешь умею ничего сказать. Даже сейчас меня перебиваешь, поэтому ничего я тебе рассказывать не буду. Ты Богдур. Так ты вы заняли такую стратегию и позицию. Ты обманываешь русских людей, россиян ты обманываешь. Тебе это не сойдет даром. Ни одного человека я не обманул. Не повезло, да? Ни тебе одного не человека я не обманул. Тебе докажите. Не повезло. Я не собираюсь вот вы говорите, ничего доказывать. Вы обманываете людей. Абсолютно докажите. Ничего не собираюсь доказывать, потому что ты хрень несешь, не можешь выслушать человека, спрашиваешь, ответы тебе не нужны, поэтому, Богдур, посиди у меня в кармане. Нет, мне нужны нормальные посиди ответы. Посиди у меня в кармане, просто а я вас не пойду своим путем. Перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, рад вас слышать, рад. Как вы у вас кто? Дела, как настроение? Я кто? Вам сейчас представлюсь. Попробуйте. Я сейчас представлю, спрашиваю, какие у вас дела, как настроение у вас сегодня? Вы кто? Почему я незнакомому человеку отвечать должна? Ну, кто сказал, что мы незнакомы? Ну, я вас не знаю. Тогда давайте представлюсь вам. Меня зовут Вадим, я являюсь представителем проекта «Газпром Инвест». Вы ранее оставляли свои контактные данные, помните? Вадим, вы сказали? Или Владимир? Вадим. Вадим, да. А к кому вы звоните, Вадим? К вам звоню. А кто я? Вы же меня никак не назвали. Может, вы ошиблись?
Ну, оставили именно в контакте данных свои, имя Ардонора. Ты живы, да? А, вот теперь все встало на свои места. Да, я оставляла на Газинвест свои данные. Верно. Верно, верно. Как вообще подскажете, что именно заинтересовало вас данным приложением? Ну, наверное, возможность инвестирования. Что у вас еще может Правильно. Другое заинтересовать? Или вы еще какие-то услуги оказываете? В первую очередь заинтересовать могло вас как клиента много что. В первую очередь, к примеру, доход. Во вторую очередь, обучение в сфере инвестиций. Понимаете? Я обучаться не хочу. Очень много всего могло вас заинтересовать. Так, Вадим, а еще тогда обучение... А еще что? Инвестиции? Вы помогаете акции покупать или что? Какие вы услуги оказываете? Нет, мы предоставляем сопровождение наших клиентов. А еще много чего? Это что? Много чего. Это уже именно индивидуально, понимаете? Это, по сути, одно из самых главных, что могло вас заинтересовать на данный момент. Также могло быть, по сути, то, что у вас есть действительно интерес в данной сфере, хотели что-то узнать для себя новое, ознакомиться с новой информацией и так далее, понимаете? Ну вот и так далее мне непонятно, что подразумевается под «и так далее». Пока что вот сопровождение, понятно. Я думаю, именно на это брать большой акцент сейчас не нужно никак, тем более, как вы сами сказали, то, что вас заинтересовал именно доход в сфере инвестиций, правильно? Естественно. Естественно, отлично. Как вообще подскажите, ранее уже пробовали себя в данной сфере или нет? Ну что за вопрос идиотский, Вадим? Что значит пробовали Чего, себя? Ну потому что, ну что мне, как мне надо было себя пробовать? Мне надо было себя кусать, лизать или еще что-то. Я вам задал совсем другой вопрос. Зачем вы перекручиваете мои слова? Я вам спросил, пробовали уже себя в данной сфере? Я вам спросил это как-то неправильно. В этой сфере я себя не пробовала. И не хочу пробовать Отлично. Себя. Я хочу пробовать инвестиции. Да правильно, правильно. А как давно уже интересуетесь данным направлением или нет? Давно интересуюсь, ну или нет. Давно интересуетесь? И как только вот буквально сейчас вам хватило, скажем, смелости, чтобы именно оставить контактные данные и в конце концов попробовать? Послушайте, Вадим, давайте общаться на деловом языке. В деловом языке? Это Конечно. Для вас что подразумевает? Ну, конкретно. Вот вы предлагаете вот это. Для этого нужно вот это. И все, то вы начинаете... Для этого что-то именно предложил, нужно изначально хотя бы познакомиться. В первую очередь нужно для того, чтобы я бы хотя бы понимал, кто вы как клиент, подобрать вам условия в нашем проекте. Да понимаете? Не нужно вам а это, вам нужно знать... Я могу именно Подождите, Вадим. Именно что я могу вам предложить, какие здесь у вас есть возможности. Ну вам понимаете? Это не нужно. Вам нужно знать, что мне есть уже 18 лет, что я гражданинка Российской Федерации, вот это вам нужно знать. Все остальное вам не обязательно знать. Нет. Алло. Алло. Куда вы делись? Да, говорю, а что вы решаете, что мне нужно знать, а что нет? Потому что есть такой федеральный закон 39-й, в нем написано, что должны знать об инвесторе. Возраст и гражданство. Ну и что там указано? Возраст и гражданство. Возраст и гражданство. Да. Даже прикиньте, вам не надо знать мою финансовую родословную. И финансовую подноготную. Ну и что это меняет, вы мне скажите? Если ну, вот я вам говорю буквально то, что именно говорят мне клиенты. Я вам уже сказала. Я должен понимать, чем вы занимаетесь. Мы же не с вами надо вам это понимать. Вы должны говорить о законах. Не надо вам вы это понимать. Мы звонились для того, чтобы именно говорить о законах. Тем более, как вы сами сказали, что интересно вам узнать, что это. Могли бы, скажем так, именно хотя бы немножко познакомиться с человеком. Что тогда вам поменяет? А вы сейчас говорите мне о законах. С каким человеком вы меня хотите познакомить? Я имею в виду себя, понимаете?
Ну, вы же лицо компании, правильно? Кстати, какой компании? Представитель. Вы «Газинвест»? Компания какая у вас? Верно, я же вам представил. «Газинвест», все правильно. Вот как лицо «Газинвеста» вы мне можете предложить то, что организация ваша предлагает всем клиентам. Все, а зачем мне с вами верно. Знакомиться? Мне верно. Достаточно, что вас зовут Вадим, мне этого выше крыши. Ну, выше крыши. А вы не слышите меня, что ли? Я вам говорю то, что изначально нам хотя бы нужно с вами подобрать именно вам условия в нашей компании, понимаете или нет? Ну вот я уже а подозреваю, так, что у вас... Как, какое у вас будет время уделять именно данному занятию? Когда? Понимаете? Вадим, у вас какие-то наклонности дискриминатора. Вы хотите дискриминировать почему? Народ? Ну почему? Потому что нет, почему? Вы мне ничего не рассказываете про компанию, но вам уже нужно знать про меня. Давайте про компанию что, вы расскажите. Хотите услышать всю историю, что ли, о компании или что? Ну, как минимум. Ну, а что хотя это поменяется? Хотя бы одному. Когда вы оставляли свои контактные данные, у вас была отличная возможность с этим ознакомиться самостоятельно. Здравствуйте. Более, как сами вы говорите, сначала одно, потом другое. Буквально у вас есть возможность технологии, позволяет вам посмотреть в интернете ту или другую информацию на ваше усмотрение. А вы мне зачем звоните? Я вас не могу понять, вы задаете сначала один вопрос, потом второй. Говорите, расскажите о вашем предложении, расскажите теперь о истории компании, говорите о законах, я не могу понять вас совсем. Ну, это и не дано, значит, вам понять. Вы должность какую занимаете? Ну вот видите или нет, мне интересно вот от вас узнать. Вы если не получаете ответ на свой первый вопрос, вы идете дальше и задаете следующий, что ли? Вы так и будете задавать вопросы на мои вопросы вместо ответов? Вы определитесь, что вы хотели бы услышать. Вы мне за это время задали 4 вопроса буквально. И не получила ни одного ответа. Никакого конструктива вы не предоставляете сейчас. Какой конструктив вы ждете от меня? Я от вас жду конструктива. А сейчас получается сплошной деструктив. Я вам говорю четко по факту. Я по какому факту? Сказал, четко по факту то, что дайте мне по плану. Того, чтобы я вам мог рассказать, что я вам могу предложить. Сначала мы должны с вами выбрать вам условия в нашем проекте. Понимаете? Какие нет? условия? Расскажите в общем о своей организации. Какие условия индивидуальные? Вы сначала расскажите то, что вы всем рассказываете. А потом уже подходы индивидуальные находите. От общего к частному. От дедукции к индукции. Я знакомлюсь с нашими клиентами. Понимаете или нет? Все, вы со мной познакомились. Вы сказали сами. Познакомились. То есть как, вы буквально, если человека знаете имя, вы считаете его другом уже, что ли? Нет. Скажите, а вы что, так? друзей набираете нет. или клиентов? Нет, в первую очередь я подразумеваю именно клиента как своего друга. Чтобы человеку было комфортно начинать что-то новое, потому что зачастую к нам приходят именно новички. Я думаю, вы со мной согласны, то, что начинать что-то новое всегда приятнее человеком, которого хотя бы как-то, но знаешь. Вы ко мне и именно сейчас во время навязываетесь, я подбираю друзья. Параллельно. Что ж вы говорите вот навязываюсь? Вы я сказали, что вам нужен друг. Что я сказал? Не буду вашим другом. Зачем вы опять перекручиваете мои слова? С какой целью? Мы будем с вами общаться по-деловому? Или я сейчас положу трубку и все? Вы ну, меня так и что утомили? От этого поменяется, если вы положите трубку? Я вас никак не утомил, вы просто перекручиваете. Не, уже какой раз утомили. Мои слова, я вас главное на этом ловлю. И вы сразу задаете следующий вопрос. Понимаете? Вы еще ни на один мой вопрос не ответили. Ну так хорошо, дам я вам ответ. Будете зарабатывать в сфере инвестиций. Значит, вы понимаете, как вообще работает знаете. Она сфера или нет? Кто вам такое сказал? Ну раз вы не можете ответить, значит вы не владеете ситуацией. Ну видите, это сейчас ваши догадки и ничто больше. То, что вы развейте себе именно в голову сейчас догадки. Вы так и считаете. Развейте эти догадки. Развеять догадки? Конечно. Вы мне скажите, именно с какой целью я должен вам развеять ваши мысли? Если вы буквально даже не хотите идти со мной на контакт, на диалог. А зачем как же мы с вами будем позвонили? Дальше сотрудничать, вы мне объясните. Вы мне для чего позвонили? В первую позвонили? Очередь, именно для того, чтобы рассказать вам о нашей сфере, о компании. Так расскажите. Какие условия будем вам предоставлять? Но!
Говорю же, нам нужно сначала хотя бы как-то познакомиться. Я вам рассказал уже для чего. Понимаете или нет? Или рассказываете, или в пешее эротическое путешествие. Что-что? Вы конченые мухляры. Значит, вам в пешее эротическое путешествие. Ну еще вы так взяли. А, то есть вас не удивляет, но... да? Что вы... А вы мне скажите, объясните хотя бы как-то свои слова. Все, Вадим, сегодня ну, твой день. Так вы объясните свои слова как-то, смотрите. Вы ты мне задаете мила, вопросы, но также на вопросы, которые я вам день. Говорю, вы не задавать не хотите, да? Вы вопросы вам говорю, это не по-русски. Я вам задаю вопросы, а почему вы на них не даете ответ? Вы на 4 моих вопроса не ответили. Ну хорошо, я вам только что начал давать вопрос, чем мы будем заниматься. Так вы мне вопросы от вас сказали, не нужны, что мне нужны от вас ответы. Ответ будет? Ответы. А вы знаете то, что здесь нет такого, как, к примеру, в магазине, то, что клиент прав, здесь такого нет. Вы знаете это? Как это так? Если я клиент, значит я прав? Да потому что вы сюда пришли, вы постучали к нам в дверь. Нет, это вы мне позвонили. Я бы какую-то информацию мог преподнести... Вы даже на контакт на это не идете, понимаете или нет? Как же не иду, если я контактные данные свои оставила? Как же я не иду на контакт? Я оставила имя, вам фамилию и номер телефона. Для того, чтобы вам с вами связались с нашего проекта. Это мало что говорит, понимаете какого или нет? Какого проекта? Вы же сказали, что вы Газинвест. Верно, верно. А в какого проекта? Я на Газинвест регистрировалась. А ни на каком, ни на проекте. Ну, верно. Что верно? Ну, верно говорите. Что за проект? Инвестиционный, представьте себе. А при чем тут инвестиционный проект и Газинвест? Поясните. Потому что мы являемся инвестиционным проектом, понимаете или нет? Нет, вы сказали, что вы Газинвест. А теперь говорите, что вы проект. Вы слышите меня или нет? Газинвест — это организация? Или вы погулять вышли? Куда погулять вышли? Нет, я на рабочем месте. Чисто поле. Давайте свой ИНН. Вадим, давайте свой ИНН. ИНН? Он в свободном доступе, если что. Почему бы вы его там не посмотреть? Ну, потому что мне его нужно знать для начала. Ну, данная информация есть в свободном доступе, ИНН компании. Вот и продиктуйте его, раз он есть в свободном доступе. Слушаю вас. Первые цифры. Ну, какие? Хорошо. Я вам сейчас его продиктую. Что от этого поменяется, вы мне скажите. Диктуйте, слушаю. Хорошо. Записываете? Да, записываю. Хорошо. 7-8. Дальше. 0-6. Дальше. 6-0. Дальше. 6-1. И еще надо мне две цифры. 6-7. Так. А кто у вас генеральный директор? Ну, я вам продиктовал. Вы что мне не нукайте, я не лошадка. Ну, Раева, Диляра, знаете такую или нет? Конечно, кто ж Рашидовну-то не знает? Ну, вот. Где вы расположены? Вот. В каком городе? Я вас не могу понять. Из-за... Видите, какой уже цели у нас... вы делаете какой-то по типу допрос? И вы мне у нас вот скажите, уже пошел сказали, диалог. Что какие-то мухляры. Мухляры, конченые мухляры. Как? Конченые мухляры. Объясните свои слова. Так объясните свои слова, из чего вы так взяли? Итак, вы ответите, в каком городе расположены? Нет, вы дайте ответ на мой вопрос. Я вам дал только что ответ на ваш. Я сказала, хотите вести конструктивный диалог, так дайте ответ на мой мухляры, вопрос. Потому что вид ну, так объясните свои слова. Ну, помолчи, я объясню. Вид деятельности вашей организации... Давай, говори. Вид деятельности вашей организации – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Где здесь сопровождение?
в сделках. Сопровождение, верно? Нету. Я вам говорил ранее, мы ведем сопровождение наших. И не сопровождаете клиентов, вы никого. Вы покупаете и продаете собственное недвижимое имущество. Потому что на сайте Русспрофайла написано. Вы мне дали ИНН. Я его забила на сайт Русспрофайла. Нураева Диляра Рашидовна, ваш генеральный директор. Верно, верно. Верно. Вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. А вы посмотрите немного ниже. Есть также дополнительные направления, конечно. Чем мы еще занимаемся. Конечно. Посмотрите. Разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка строительных площадок, производство электромонтажных работ. Что еще? Где сопровождение? Посмотрели все или нет? Где сопровождение, я спрашиваю? Ну и кто ты после этого? Конченый мухляр. Очень часто обновляются данные. Очень часто обновляются данные. Как вы видели даже сами, просто буквально мы являемся новыми проектами на новый род деятельности. Это инвестиции с нашими новыми клиентами. Понимаете или нет? А сколько вас там в колл-центре? Вы мне скажите даже так, с какой-то целью вы оставляли свои данные. Голов, с какой целью? Потерять свое время? Сколько у вас там голов? Почему свое, ваше? Твое. Твое время, не мое. Численность работников сколько у вас? Ну, мне интересно узнать у вас. Я вас что-то спрашиваю. Зачем вы отвечаете на вопрос? То есть, мало того, что вы мухляр, так вы еще и, видимо, еврей. Потому что на все мои вопросы вы отвечаете в ответ вопросами. Нет, я давал ответы на ваши вопросы. Вы ничего не придумываете. Я вас спросил, с какой целью вы оставляли свои контактные данные. Не ответили, я вам сказала, с какой целью. Почему надо, же? Вы надо спросили ИНН, я вам продиктовал его. Что дальше? Я вам свою цель называла. Если вы мне скинете свой WhatsApp, я вам пришлю запись разговора. И что дальше? Что это поменяется? У меня также записывается диалог. Ну так прослушайте свой диалог. Я там говорила, чем я хочу заниматься. Целью? Чтоб тебя побесить. С какой же еще целью? Ну верно, просто потерять ваше время, да? Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Да, Снежана, добрый день. Здравствуйте. Это Александр вас набирает из проекта по инвестициям. Помните, мы общались с вами? Не совсем. А когда мы с вами общались? А буквально пару дней тому назад. Ага. Может, неделю. Я вас слушаю. Вот. Так а мы с вами так ни к чему не пришли. Я так понимаю, вообще разговор вы не помните, да? Нет, конечно. На чем мы остановились? Ну, давайте тогда начнем с самого начала. Вы прошли ранее регистрацию на проекте по инвестициям. Ну, это я помню. Я с вами связывался. Так. Вот. И по этому поводу я с вами связывался. Давайте так. Вообще... Что такое инвестиции? Понимаете, нет, не вы понимаете? Давайте закончите предложение. Вы со мной связывались, и дальше что? Ну, мы с вами связались, общались по поводу инвестиций, по поводу наших с вами условий. В какой-то момент у нас с вами связь оборвалась, и все. А, просто вот оборвалась связь, и все? А тогда напомните, пожалуйста, какая компания? Так мы не компания. А кто вы? Проект по инвестициям. Разница объяснять? Но проект же должен быть в рамках какой-то компании. Он же не может просто быть подвешенный за какое-то место в воздухе. Обычно проект разрабатывается в рамках какой-то компании. Да. Вот, а вы? Да. Ну, а мы вот такой проект, который просто собрался. Да, мы исключение.
Ну, то есть вы собрались. Сколько у вас там человек? Достаточно много. Человек 50? Собрались такие вот по интересам? Больше. Да? Даже больше? Больше. Так. Да. И? Ну, если есть. Больше 50... И помогаем. Да, больше и помогаем 50 людям человек, это уже организация же. Так ведь? Да, да, но только нужно зарегистрироваться, правильно? И я вам больше скажу, не просто зарегистрироваться, надо еще в налоговой встать на учет, чтобы налоги платить. Вы платите налоги? Отлично. А, Снежана, вы мне сориентируете, а как можно зарегистрировать людей, которые работают по всему миру и имеют разные гражданства? Вот для и этого... И они устроены в разных компаниях. Такого быть не должно. Они должны были быть зарегистрированы в одной компании, а жить могут где угодно и работать на удаленке. Ну вот. Но. Это должна быть компания. То есть, если человек там тоже где какой-то журналист в Бразилии, он не может с нами сотрудничать просто потому, что вот вам так захотелось, правильно? Потому что ваше мировоззрение это работает так. Нет, почему? Он очень легко заключил договор с компанией, и его компания отправляет в Бразилию в командировку. И он там находится. Если он там родился и работает там журналистом. А если он там родился и работает там журналистом. Ну пусть себе работает. У нас же российские компании но таких людей к себе не берет. Ну вот. Потому что их нельзя зарегистрировать, правильно? Вот да почему нельзя зарегистрировать? Если человек работает в другой стране. Если человек работает в другой стране и живет в другой стране, как я его оформлю? То есть вы хотите этим дать мне понять, что вы российская все-таки компания, так что ли? Или российский проект? Ну, получается. Ну, получается. Если мы при поддержке Газинвест, получается, да. Тогда давайте мне на такой вопрос ответьте. Этому журналисту выплачивается какая-нибудь зарплата за то, что он делает? Выплачивается. А на основании чего? А вы знаете... Вы знаете, как журналисты, когда устраиваются в любую редакцию, какой договор они подписывают? Как это понять? Я вот работаю на работе. Ну, вы знаете, что... Вы знаете, у меня вот оформленная какие... трудовая книжка. Хорошо. Если кто-то работает по договору, значит, составлен договор, который дает основания выплачивать сотруднику зарплату. Все журналисты, тем более... А вы знаете, что если мы возьмем Европу, там 99% журналистов, репортеров подписывают договор на то, что они имеют право продавать информацию в своих личных интересах. И они могут продавать ее раньше, чем даже на ту редакцию, компанию, на которой они работают. Вы Александр, да? Я правильно помню? Угу. Вы нигде не падали с полки, там, когда ехали в поезде, например, головой не стукались? Что вы мне сейчас несете? А вы хотите несете? Мне сказать, что это неправда? Что вы мне сейчас несете? А вы хотите несете? Сказать, что это неправда? Я хочу сказать, что я обознанный человек. Ну, прекрасно. Ну и? Ну и дальше будете мне вот эту туфту на уши лепить, да? Какую туфту? Я вам говорю так, как это работает. Ну, у вас, может, это и работает. У нас это не работает в России. У вас это где? В России, я сказала. Ну, если журналисты в России не работают по такому договору, я же говорю, это не значит, что они по всему миру не могут так работать. Ну, я-то живу вы в России. Говорите, сейчас не и инвестировать Россию. Я буду в России. Ну, да. На московской бирже. Ну. Мне-то чего ваши европейские вот, а почему, штучки? А почему на московской бирже? А почему на московской бирже? Потому что я так хочу. Просто хочу? Конечно. То есть вы говорите, что вы обозванный человек, и вот принимаете решение на основе того, что вы просто хотите.
они там не взвешиваете, где прибыльнее, не рассуждаете, где лучше работает, да? Ну вы же сейчас скажете, что этим буду заниматься не я, а ваши аналитики, которые нигде не работают, а только 24/7 анализируют рынок. Предлагаю. Вот, Снежана, вы хотите сказать, что я вам предлагаю доверительное управление? Я хоть слово сказала о доверительном управлении? Александр, вы слышали? Вы сейчас говорите, что это будет... Вы мне сейчас говорите, что это будете делать не вы, а наши аналитики. Что будут, что они будут анализировать делать? Анализировать рынок 24/7. Ну... А я вам задавал где вопрос здесь, про аналитиков, я вас спросил. Где здесь вы, доверительные отношения? Вас, так, а зачем вы спрыгнули с темы? Зачем вы спрыгнули с темы? С тогда какой темы? Я вас спросил, почему вы выбрали... Я у вас спросил, почему именно Московская биржа, а не, вы не рассматриваете биржу... Потому что я живу в России, я сказала. И что? С какой что? Темы я спрыгнула, и мальчик? Какой? Ты с какой полки какая бухнулся? Девочка, успокойся. Ты чего в воскресенье звонишь? Все? С какого-то неизвестного проекта собралась кучка там пивка попить и обзваниваете? Где мой номер телефона нашел? Дурында. Вы сами сказали, что оставили его. Вы мне сами сказали, регистрацию прошла, да, помню. Я регистрацию на Газинвест проходила. Но никак не в каком-то неизвестном проекте, в котором участвуют люди, собравшиеся по интересам. Вот так. Хорошо. А вот вы мне, человек, который там разбирается, я так понимаю, в инвестициях хуже, чем я, ну вы меня сориентируете. Почему все-таки Московская биржа? Я же вам сказала, я живу в России. Ну вот, только буду, потому что вы живете в России, поэтому буду, Московская биржа? Хорошо, а я дальше. Ну, питерская это сырьевая биржа, а мне нужно на фондовый рынок выйти. Ну. Что, ну, не запряг дятел. Почему именно фондовый? Почему именно фондовый? Себе акции, которые хочу приобрести на фондовом рынке. Что непонятно? То, что связь оборвалась, я не услышал, что вы там приобрести хотели. У кого связь оборвалась? Наладь свою гарнитуру, наладь свою IP-телефонию. У меня ничего не оборвалось. Вы громче говорите. Зачем я буду... Ну, хорошо, что вы там хотели на фондовом рынке приобрести? Акции и облигации. Прекрасно. Кого? Какой компании? А зачем тебе, Саш? Ты же не работаешь на российской бирже. А мы на ты перешли? Конечно. А мы на ты перешли? Конечно. А ты такую перешли? Чухню вот так. Несешь, что только на ты с тобой можно разговаривать. Какую? Ну, потрои, еще потрои. Несколько раз спроси. Ну, какую? Какую? Молодец. Послушный мальчик. Возьми с полки пирожок. Ну что, сливаешься? С чего? Нет, еще продолжаешь. Я не услышал ни одного вопроса по теме. Да, я не услышал ни одного вопроса по теме. Какого-то грамотного вопроса. Какого ты хочешь грамотного вопроса? Да я тебя засыплю вопросами, ты будешь обтекать стоять. Легко. Хорошо. Все, давай сливайся, пока ты еще цел и невредим. А то придется идти плакать в туалет, водички пить. Я и останусь и целым, и невредимым. Угу. Обязательно. Только в другой жизни. Да. Нет. Ну так и будут вопросы там какие-то адекватные по теме, а не вот эти вот выдуманные. А на что ты рассчитываешь? Оскорбления? Да не знаю, ну... Какой-то грамотный вопрос. Ну что ты хочешь от меня услышать? Купали в каком-то мире. Кто вы? Когда вам даешь ответ, вы говорите, что это бред, потому что это не работает. Что вы? Ну хорошо, когда тебе даешь ответ, ты говоришь, что это так не работает, потому что это только не работает на нашей стране.
правильно? На какой на вашей стране? У вас там вообще все в руинах. На какой на вашей стране, Саша? Сашенька, сынок. Ты бы где-нибудь бы спрятался бы, пока не загребли. Угу. Угу. Да и не высовывался. Не загребут. И не высовывал. Не загребут. Ну, жизнь пока. Да не загребут. Еще раз скажи. Покажут. Давай, Саш, тут на Мивину не подают. Сливайся. На кого? Снежаночка, а вы с какой страны? Я из России. Алло. А ты из какой? Да, вот у меня в России Мивины нету. А у тебя это где? В Москве на Пресненской набережной 12? Нет. Ты же человек без имени и без адреса. Mm-hmm. Из какой ты нахрен России? Почему без имени? Ну, потому что почему Саша — это выдуманное тобой имя, присвоенное. А мне нужно полностью представиться с фамилией, с именем, с отчеством, серией паспорта? Это по твоему желанию. Как хочешь, так и представляйся. Но твоя легенда здесь не сработает. Mm. Какая легенда? Легендная легенда. Ты не туда попал, понимаешь? Легенда чего? Ты вот позвонил и попал не туда. Потому что я в таком же колл-центре нахожусь, как и ты. И мы отслеживаем звонки из 404-й. И IP-адрес передаем в Министерство обороны. Нам очень хорошо платят за это. Рад. Так что вот 10 минут на трубке провисел, все, адрес срисовала я и отправлю. Прекрасно. И где я сижу? А зачем мне это знать? Это покажет расшифровка в Министерстве обороны. Я откуда знаю, где ты живешь или сидишь. Мне главное адрес твой передать и все, что я, собственно, и сделала уже. Так какой адрес? IP. Несмотря на VPN, все там видно и показывает. Еще дальше будешь висеть? Хорошо. Я же говорю, сливайся, беги. Уже прошло, и что? Ну ничего, уже вас срисовали. Ну, хорошо. Ну ты можешь мне не верить, конечно, и скорее всего, что ты не поверишь. Ну подожди пару дней и увидишь, что будет. Угу. Окей, подожду. Ну, а по теме будем разговаривать, Снежана, или нет? Ну, а зачем? Ты прокололся с самого начала. Я уже твои данные все слила в базу. Прокололся на чем? Конечно. Ну, прокололся на том, что нет организации, вы там сидите сами себе интересные. Все. У нас такого не бывает в России. У нас каждая организация зарегистрирована в налоговой инспекции, платит налоги. Это или общество с ограниченной ответственностью, или закрытое акционерное, открытое акционерное общество, публичное, не публичное акционерное общество, ИП есть. Есть самозанятые. И все они стоят на учете в налоговой инспекции. А вы такие все прям... Все предоставляют какие-либо услуги, правильно? Все они предоставляют какие-либо услуги, ну, правильно? Кто-то услуги, кто-то что-то производит. Я что предоставляю? Кто-то что-то производит, ну, производит, кто-то что-то... В любом случае предоставляет товар. Причем тут товар? Кто-то товар, кто-то информацию. Правильно, предоставляет товар. Или информацию. Вот, кто-то информацию. И прикинь, заключается договор. И берут? На и берут оказание плату, услуг. Правильно? Естественно.
По договору. Прекрасно. А как договор можно подписать на информацию? На предоставление информационных услуг. Ну, то есть то, что там будет предоставляться информация. Естественно. Ну вот как? Естественно. Прекрасно. Ну вот, то есть вы там платите условно 100 тысяч рублей, и вам обязуется предоставлять в течение месяца информацию, правильно? Не знаю я, сколько платят, это нужно договариваться индивидуально. Ну, условно. Это условно. Индивидуально. Индивидуально. Это может быть с прибыли. Ну, индивидуально, два человека между собой. С прибыли может быть отчисление, да. Знаешь, что такое Хорошо. Прибыль? То есть нужно прописать, что... Я знаю, что такое прибыль. То есть нужно прописать, что человек... А что такое податки на прибыль? ...энную сумму. Не надо меня перебивать. То есть человек должен заработать энную сумму. Податки на прибыток. Знаешь, что такое? Не знаю. Не знаешь? Ну а что такое чистая прибыль, знаешь? Что такое чистая прибыль? Знаю. Финансовый советник. Что это такое? Давай сразу еще 10 Все. Вопросов, я буду постепенно отвечать. Да уже сливайся, ты же видишь, что не настроен клиент. Да не что, получится. Я начинаю отвечать на один вопрос, мне в ответ летит два. Не как получится мне, как я должен у тебя ничего. Как я должен разговаривать, когда мне задают вопрос, начинаю на него отвечать, ну, мне а сразу еще два вопроса. Ну а ты спросил, хочет задают. Кто-то с тобой разговаривать или нет? Регистрацию зачем оставляли? Я же не у вас оставляла регистрацию. Я в Газинвесте оставляла регистрацию. Ну? Не ну-кай. Ты же и? Не за, еще не запряг, так что не ну-кай, ямщик. Что ну? Ой, интересно. Да все уже сливайте. Можешь поставить меня на платную линию. Советую, очень советую тебе это сделать. На какую линию? На платную. И спроси у меня про негативный опыт. Что-то ты сегодня, наверное, воскресенье не сообразил сразу. Спроси у меня про негативный опыт. А. Вас кто-то обманул, и вы мне... Ну вот, ну конечно. Допрос решили устроить. Вот, молодец. Садись, возьми полки пирожок. Ой. Какая вы умная у меня, я прям не могу. Да не у вас. И не и у что? Тебя. И что? И что? Ну и что? Ну ты ждешь, пока я брошу трубку. Я не брошу трубку. Если один раз попались на мошенников, значит все мошенники. Я трубку не брошу. Могу положить телефончик рядом. Ты подышишь в трубку и сам отключишься. Давай так сделаем. Ну минут 5 пройдет, ты поймешь, что с тобой никто не общается. И все равно сольешься. И пойдешь считать податки на прибудки. Какие? Это что вообще? А, заодно загуглишь. Узнаешь. Главное, что не забудь, вот. Что перевод с бурятского на русский. Хорошо. Ну все, чао. Обязательно поставлю переводчик в Яндексе. И скачаю. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло. Алло, Зинаида, здравствуйте. Внимательно слушаю. Звоню вам из инвестиционного проекта по вашей регистрации на дополнительный доход. Скажите, да вы вспоминаете такое? Конечно. Да, что? Конечно. Отлично. При поддержке компании «Газпром».
А вы от Зинаида, скажите, вы ранее уже успели ознакомиться со сферой инвестиций? А вы думаете, что это сиюминутное дело со сферой инвестиций ознакомиться? Я не говорил такого. Не говорите? Это ваши слова. Нет. Ну так, кое-что я, конечно, читаю. Но чтобы в общем... Отлично. Нет. И в целом просто времени не хватило ознакомиться. А вы? Я вас понял. Зинаида, вот вы мне подскажите вообще... А вы говорили ознакомиться со сферой инвестиций? Инвестиций. Зинаида, скажите, что за странные вопросы? Ну, вы я мне задаете вопросы, Я вам звоню как менеджер. И спрашиваю у вас. Я у вас спрашиваю это для того, чтобы не рассказывать вам ту информацию, которую вы уже и так можете знать. Поэтому все-таки лучше вы мне сами уже подскажите, вы хоть как-то знакомились со сферой инвестиций? Может быть, что-то где-то читали хотя бы? Ну, хоть что-то где-то читали, конечно. Как же без этого? А напомните, как вы представились, я не услышала? Николай. А, Николай, так вы еще и не представлялись мне. Ну, хорошо, хоть теперь я буду знать, что вы Николай. Так что вас интересует, да, Николай? Что вас интересует? Что вам рассказать из сферы инвестиций? Смотрите, Наида, вы оставляли у нас свою заявку. Да, да. Интересовались дополнительным доходом. Да. Вот. Да, Зинаида, может, вы перестанете вести себя как ребенок и уже начнете со мной нормально разговаривать, нет? А вы кто? А вы кто? Ну, я же уже сказал, что я менеджер. А, ну, слышу, что это вы, Николай. Так. Ну, вот давайте. Нет, Зинаида. Вы мне расскажите, что... А кто вам на ты что сказал? Зинаида, а может, вы перестанете вести себя как маленький ребенок? Вы уже по второму кругу пошли, Николай. Может, перестанете вести себя... Вы по второму кругу пошли. Да хоть по третьему, Зинаида, перестаньте вести себя как ребенок. Я вам позвонил для одной конкретной цели. Да успокойтесь вы, Николай. Вот видите, вы горло уже надорвали себе. Ну что ж вы так нервничаете, Николай? Итак, скажите мне такое, ответьте мне на такой вопрос. Что же такое сфера инвестиционной деятельности? И пойдем дальше. Вот видите, Зинаида, оказывается, вы знаете что-то в сфере инвестиций. Да, я, конечно, знаю. Вот я и спрашиваю вас. А вы знаете, менеджер? Смотрите, Зинаида, для чего же я вам все-таки звоню? А для того, чтобы рассказать вам о сфере, на который вы подавали заявку, интересовались дополнительным доходом в сфере инвестиций. Вот я вам и звоню. Там что-то булькнуло. Рассказать. Все, хорошо, рассказывайте. Слушаю вас внимательно. Вот. Зинаида, вы мне подскажите, у вас какое гражданство? А какое отношение гражданство идет, гражданство относится смотрите, к инвестиционной того, деятельности? Смотрите, Зинаида, для того, чтобы мы могли с вами работать, мне нужно знать, ваше гражданство, это да чисто в целях так. политики нашей безопасности. Да о, вы политически ориентированная компания «Газпром»? В целях политики нашей компании, я сказал. В целях политики вашей Короче, компании? Зинаида, как-то вы не по-русски говорите. Зинаида, я вас прекрасно понял. Вот. Вам бы так тогда... лишь бы поговорить с кем-то. Я вас вам правильно понимаю, бы да? посетить логопеда, Николай.
О, Зинаида, это вы мне говорите? Конечно. Как приятно слышать от вас такие прекрасные слова. Конечно, я забочусь о вашем здоровье психическом. А вам бы, вот, Зинаида, если честно, вам бы пора бы как-то повзрослеть, ну хоть немножко. Николай, вы будете со мной общаться по-деловому, или вы сейчас вот так вот бездарно сольетесь? А сейчас возьму вот так бездарно и вам расскажу. Но для начала... Да российское гражданство у меня, Николай. Отлично. Совершеннолетняя я, Николай. Да, а так сразу не скажешь. Ну, по вам-то тоже не скажешь. Вы говорите, что расскажете мне, и начинаете задавать вопросы. Знаете, как сложно вот это вот? Когда ждешь, что тебе что-то будут рассказывать, а у тебя начинают спрашивать. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, Руслана, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Антон, приятно с вами познакомиться. Звоню вам касательно регистрации вашей по дополнительному доходу. Вы интересовались, верно? Интересовалась. Супер, супер. Успели ознакомиться с какой-то информацией до моего звонка? Нет. Нет. Ну, ничего страшного, будем с вами тогда знакомиться, верно? Ну, попробуем, давайте. Хорошо, для начала задам пару формальных вопросов, для того, чтобы понимать, как вести с вами диалог. Подскажите, сколько вам полных лет? Ух ты, сразу в козырей заходите. С козырей? Это я еще и козырей не заходил. Так, я совершеннолетняя. Вы совершеннолетняя? Ну, это понятно, но, вы знаете, отталкиваясь от возраста, можно по-разному общаться с людьми, понимаете? Ну, я говорю, я совершеннолетняя. Хорошо. Матом вам... меня крыть, конечно, не надо, но как Кстати, со взрослым матом. Человеком общаться можно. Почему матом? Я же вам ничего не сказал. Ну, потому что совершеннолетие – это 18+. А, вот ну... матом со мной разговаривать не надо. Так это же не в зависимости от возраста. Ну, то есть мы же не общаемся так. Если 18, меньше 18 лет, мы, значит, общаемся с матом, и вы хотите сказать? Да откуда я знаю, как вы общаетесь? Вы просто сделали уже вывод самостоятельно. Так, Антон, подождите меня минутку, я сейчас, хорошо? Жду, конечно. Ну, Руслана, давайте быстрее. У меня время дорого стоит, а вы ушли куда-то. Алло. А, вы тут? Говорю, что время дорого стоит, а вы ушли куда-то. Ну, я же попросила минутку. Вот, минутка прошла. Я снова с вами. Видите, да, прям минутка в минутку вы успели. Ничего себе. А гражданство у вас Российской Федерации? Однозначно. Однозначно. Никогда не меняли, не было двойного. Ну, было когда-то другое. Угу. Какое у вас было ранее? СССР. А, ну, понятно. Слушайте, ну... Звучите вы на лет так 25, я вам скажу так. Нет, вы ошибаетесь. Не человека, который... Возможно. Вот, а был ли у вас ранее опыт торговли в инвестициях? Инвестициями не торговала. Не торговали. А чем торговали? Ну, чем? Редиской торговала, яйцами домашними торговала. Чем еще? Поросятами мы торговали. Даже? Да. Козлятами торговали. Кстати, поросятами говорят, что выгодное дело на самом деле. Можно хорошо зарабатывать. Только там... Тогда, когда мы торговали, мы просто выживали. За счет поросят. Да. То есть это большой прибыли не приносило, да? Ну, почему это приносило прибыль? Ну, насколько она большая для нас, тогда было достаточно.
Угу. Я понял вас. А еще важный вопрос. Ну, уточню, чтобы не было никаких у вас списаний. Знаете, чтобы не было у вас в кармане дырки, подскажите, это банкротство, авария, это ничего такого у вас нет. Подождите, а вот с этого места поподробнее. А вы почему интересуетесь? Что вы за компания? Независимый аналитический центр. Интересуюсь, потому что, смотрите, вы будете получать прибыль свою себе же на карту. То есть, если у вас есть какие-то там банкротства, аресты, просрочки, у вас будет автоматически списываться за счет долга, да? Вот. И мы же заинтересованы, чтобы вы нам отправляли процент за предоставление вам услуги, то есть информации. Вот, мы так, вам предоставляем информацию для торговли. А вы почему заинтересованы? Пусть мой брокер интересуется. Для того... Вы же не брокер. Смотрите, мы с вами сотрудничаем по условиям того, что вы отправляете нам 15% за услугу, правильно? Вот. Мы также заинтересованы в том, чтобы вы получали в полном объеме то, что вы заработали. Так, а при чем тут мой счет в банке, кредиты или там еще что-то? Аналитическую компанию как это может интересовать? Вы же аналитику только привлекли. Я же вам ответил на вопрос. Ну, вам-то какая разница, мои дела? Вам главное что? Получить свои 15%, правильно? Но. Ну, смотрите, мы с вами заключаем договор, да? Послушайте. По которому да. Я должна... Послушайте. 15, подождите, я не закончила же. Ну, давайте. Свой спич. Хорошо. По которому, по договору я должна буду 15% вы не доположь. Так ведь? Ну и... Но. Ну, не все равно компании, откуда я возьму эти 15%. Смотрите, нам невыгодно сотрудничать с человеком, у которого есть какие-то задолженности. Почему? Потому что мы также хотим получать больше, понимаете? Ну вот, допустим, я вам скажу, что у меня нет никаких проблем, а вдруг, ну мало ли, у меня есть какие-то проблемы. Вы откуда это узнаете? Тогда с вами сотрудничать. Откуда вы узнаете, что они у меня есть? Это во-первых. Во-вторых... Тут уже вопрос в другом. Каком? В том, что нам выгодно получать больше, сотрудничая с нашими сотрудниками. Ну и что вам выгодно больше получать? С нашими партнерами. Ну вам какая разница, откуда я буду платить эти 15%? С какого счета? Допустим, видите, у меня один счет будет заблокирован, ну не дай бог, конечно, а второй не будет заблокирован. И я буду платить, допустим, с того, который не заблокирован. Вам какая разница, мои финансовые дела? Смотрите, вот есть определенный... Послушайте, есть определенный регламент. Понимаете? В банке? Нет, в нашей компании есть определенный регламент. Знаете, что это такое? Ну, я знаю, что такое регламент. И получается, для того, чтобы мы начали с вами сотрудничать, нужно определенные моменты узнать. Понимаете? Но вы же должны понимать, что такие сведения могут предоставлять только правоохранительные органы. Это не конфиденциальная информация. По запросу того, вот, допустим, вашей компании. Обращайтесь с запросом в правоохранительные органы, подавайте заявление, они обратятся в банк, и если ваше заявление правомочно, то вам предоставят эти сведения. Смотрите, тот момент, вот то, что мы можем в процессе обсуждения это можем сделать намного быстрее. Это не та информация, о которой нужно так сильно переживать. У вас сейчас какая-то непонятная реакция на данный вопрос. Понимаете? Антон, это личная моя информация, которую я имею право не разглашать. Даже против себя в суде не свидетельствуют, вы понимаете? То есть просто человек, если что-то касается именно его, он может не отвечать. И все, не давать показания. А сейчас вы из меня хотите вытянуть показания, есть у меня какие-то долги там или недолги, или кредиты. Вам вот какое дело до моих финансовых дел? По поводу этого вопроса я вам уже ответил. Ответил уже банально просто.
Да? Плюс, ну, получается, того, что ваш регламент, он противоречит законодательству Российской Федерации. А в законодательстве указано то, что вы не имеете права с нами обсуждать такой момент? Что я имею право не обсуждать свои личные данные. Это иметь право и запрещено, это разные вещи, правильно? Иметь право и запрещено это? Да. Вот. Если поэтому, я имею смотрите, право, есть регламент, то я могу вам ничего не сообщать. Вот. Так, подождите. Вот я у вас спросил. Вы имеете право мне говорить, но я вам ответил на вопрос, для чего это нужно, правильно? Я все равно имею право не говорить. Так я же вас после этого не спрашивал. То есть я вам объяснил, какая причина вопроса. Ну, так почему вы начали уже как-то на негатив все переводить? Да какой может быть негатив? Это не та информация. О чем вы говорите? Так я слышу по голосу, что вы переживаете. У вас уже какое-то, знаете, да, давление, может быть, поднялось. Антон? О чем мне переживать? Почему у вас такая реакция? Ну, потому что я переживаю по другому поводу, что, вы используете свои хотелки не в соответствии с законом. Вот я о чем переживаю. Это не хотелки. Смотрите, это не хотелки, это регламент, это правила, которые должны соблюдать для того, чтобы мы сотрудничали с нашими партнерами, да? Ну вот вы соблюдаете, правила. Это не мой вот, регламент, так, кстати, правильно? Так вы это же к нам в компанию пришли, я правильно? Я не должна соблюдать ваш регламент. Так вы ознакомливаетесь с нашим регламентом, то есть вы пришли, получается, в компанию, ознакомливаетесь с регламентом, с правилами, да, уже от этого отталкиваетесь. Вы сейчас пытаетесь перестроить регламент компании, то есть под себя, так не получится, понимаете? Нисколько я не собираюсь перестраивать, просто я вам сообщу всю абсолютную информацию, которая вас интересует, после заключения супер договора между мною и вашей хорошо компанией. В договоре вот что вы хотите видеть? Но это уже зависит от того, что вы предлагаете. Мы предоставляем информацию для торговли. Ну, значит, информацию, торговлю, договор будет инвестиции о предоставлении информационных услуг. Угу. И какое оно будет иметь юридическое для вас обеспечение? Решение. Обеспечение. Ну, просто, знаете, момент в том, что... В соответствии с законодательством Российской Федерации. А, знаете, тут момент в чем? В том, что вы финансы свои не отправляете никому. Мы не являемся брокером. Поэтому составлять какой-то контракт или какие-то условия, ну, для чего? Для того, что мы вам будем предоставлять информацию, ну, как вам сказать, правдивую или неправдивую? Не заикайтесь, а говорите как есть. Ну, так я же вам и говорю. Грамотным просто я не понимаю. Говорите как есть. Не, ну вы уже как будто бы переходите на личность, верно? Я? Нисколечко. Ну, получается, что-то вас задело, да? Меня? Что же вас задело? Что так меня могло задеть? А я не знаю. Нет, нет. А я не знаю. Просто, знаете, люди когда переходят на личность, это уже когда вас задевают, да? Вот за что-то. Или вам что-то не понравилось. Вот вы мне скажите напрямую, что вам не понравилось? Ну, существует такой закон о защите какой персональных закон данных. Я же говорила, так, подождите, вот вы снова... Персональных данных. Я не могу, а это персональные данные. Не знаете, почему это смешно? Потому что я вам сказал, что я уже не затрагиваю эту тему. Потому что я не затрагиваю данную тему, которую мы ранее обсуждали. Вы снова вернулись к тому же. Ну, мы уже прошли этот момент, да? Мы уже переступили через тот уже вопрос. И вы снова через начинаете... Через какой вопрос мы переступили?
ну, то, что вы говорили, что конфиденциальные данные для вас являются то, что просрочки или аресты, или вся остальная информация для вас конфиденциальные данные, которые вы не будете говорить. Не конфиденциальные, вот, мы это уже прошли. А персональные данные. Закон 152, федеральный закон номер 152, вот, видите? От 27 июля 2006 года. Вот вы почитайте его, там все написано. Если почитаем. Ваша организация работает в разрез с этим законом, значит, она работает незаконно. Вот и все. Так, что за меня вот... Нечего сказать. Хорошо, давайте, ну, не, на самом деле, просто мне уже, знаете, я много времени потратил просто-напросто зря, потому что вы как будто бы не понимаете своей цели здесь. Вы регистрацию для чего оставили? Я хотела инвестировать. Какая цель? Инвестировать. Так, а что вам мешает? Там было написано «Газинвест». А вы мне говорите, что вы независимый аналитический центр. Ну где вы и где? Независимый аналитический центр? Аналитический центр, да. Вы же сказали, что при вы поддержке представляете... «Газпрома». И что, что при поддержке знаете, «Газпрома»? Ну вы же не «Газпром». А в рекламе было написано знаете, что такое? «Газинвест». Дочерние компании, знаете, такие есть? Есть, но «Газинвест» не является дочерней компанией «Газпрома». Пропишите в Яндексе. Пропишите в Яндексе сейчас. Ну зачем я буду в Яндексе писать? Так, ну все. Пропишите вот конкретно то, что я вам сейчас сказал. Просто вы пытаетесь сейчас себя показать более квалифицированным в данном вопросе, чем я, да? А давайте так, вы мне скажете сейчас свой ИНН, и я сама посмотрю все про вас. ИНН, хотите посмотреть все про нас? Да? Ну, вы с нами не сотрудничаете. Зачем смысл вам мне сейчас говорить о ИНН-е компании? Ну вот, Антон, когда я захожу в любой абсолютно магазин, там есть уголок потребителя. Вот я зашла в магазин, еще ничего не купила. А мы не магазин. Я являюсь покупателем или клиентом этого магазина? Смотрите, мы не являемся даже магазином, понимаете? Антон, но подойдя к уголку потребителя, я могу посмотреть все, что меня интересует. Все телефоны. Включите звук. Иначе разговора да, я просто, чтобы вам не мешала музыка, знаете. Нет, иначе разговора не будет. Хорошо. Вам не мешает музыка, правильно? Просто если я буду молчать. Так вот, когда я подхожу к уголку потребителя, я вижу все данные. Номера телефонов, если мне нужно куда-то позвонить. Или на горячую линию, или же руководству, или же в отдел претензий. Там есть все телефоны. Там есть все данные этого магазина. ИНН, ОКВЭД, ОПП, КПП. Все, что нужно, все там есть. Вы меня понимаете, Антон? Да. И вот что я посмотрю на этом уголке потребителя всю интересующую меня информацию и пойду выбирать продукцию. Только так. И здесь так. Сначала я знакомлюсь с вашими данными, а потом покупаю или не покупаю вашу информацию. Все? Да. Теперь, смотрите, я вам попытаюсь обрисовать ситуацию, как вы вот сейчас сказали на примере магазина, на примере нашей компании, да? Мы не являемся магазином, да? Мы не даем вам какую-то продукцию. То есть как мы это? Вам а информация? От имени компании. Информация, она не является каким-то физическим или юридическим, не знаю, какой-то юридической информацией, как можно вам сформулировать, чтобы вы не сказали, что я... Ваш продукт – это информация. Вы оказываете наш продукт услугу это информация. По ее предоставлению. Пусть я, допустим, не в магазин пришла, я пришла в парикмахерскую. Вот мне предоставляют услугу. Меня стригут, красят, там, я не знаю, завивают. Мне оказывают услугу. Так ведь?
Но продукты никакой не производит парикмахерская. Но тем не менее, они юридическое лицо. Активы. Правильно? Вы покупаете активы. То есть, если вам... Да, при чем здесь парикмахерская? В данной нашей ситуации вы покупаете активы. То есть, если вам нужна какая-то информация по определенному активу, вы можете уже непосредственно с брокерами найти решать вопрос, правильно? Мы вам конкретно предоставим информацию, на которую вы будете зарабатывать. То есть, мы вам советуем, куда пойти подстричься, а куда не пойти, правильно? Можно в таком плане вам сказать. Ну, я же вам должна за это буду заплатить 15%, вы сказали. Ну да. Вы увидите свой результат и отправите 15%. А ну, если так, меня там плохо подстригут? Ну, вот, и мне не понравится. Мы также, да. Мы также там стрижемся. Если вам легче, вы также те же 15% с меня нет. потребуете. Как нет? Мы также стрижемся там, где вы будете стричься, если можно так сказать. Но дело в том, что если вам не понравится, Антон, если вам не понравится ваша стрижка, меня это никак задевать не будет. А если мне не понравится моя стрижка, то меня это очень сильно заденет. Конечно, конечно, я понимаю. Но я имею в виду тому, что перед тем, как вам давать какую-то информацию, мы ее изучаем, да? А после того уже она к вам попадает. То есть проверенная информация. Вот. И каким же образом? То есть мы сначала пошли, подстриглись, да, пошли. А потом мы говорим, о, туда пойдите и дальше стрижитесь. Ну, это вам так, по-вашему. А, ну получается, что, каким образом что изучаем? Если вас подстригли и вам понравилось, то вы будете склонять меня к тому, чтобы я шла в эту парикмахерскую. А то, что на вкус и цвет все фломастеры разные, вас, конечно, это никак не касается, да? Так, ну это вы уже отошли от самой темы инвестиций, потому что вы уже перешли к... Нисколько. Вы просто хотите со мной поспорить? Вам это нравится? Аналогия просматривается. Руслана. Аналогия просматривается. Вам нравится спорить просто? Мне не нравится спорить. Мне хочется купить акции. А вы не продаете акции. Давайте покупать. Предлагаете торговлю. А какие у вас акции можно купить? На долгосрок. Я не даю. Я конкретно не даю вам акции. А, ну все, тогда вы мне не подходите. А вы знаете, где их можно купить? У брокера. На бирже через брокера. Ну, правильно. А вы не брокер. Вы аналитическая компания. А какие вам акции нужны? Ну, а зачем, если вы не брокер? Зачем вам это? А зачем вам акции тогда, вам скажите, пожалуйста? Чтобы в портфель положить. Угу. А какие? «Газпром», небось, хотите покупать? Нет. Я хочу якутского какао-обогатительного комбината акции. «Южуралнефть». А вы просматриваете тенденции роста акций? «Южурал золото» хочу. Ну, допустим, про «Якут» вы фундаментальный технический анализ проводили? Мои друзья. Конечно. Вот по поводу технического анализа. По поводу технического анализа. Давайте. Мы с моим другом, очень хорошим другом, делали технический анализ. В частности, краснознаменного Волобуевского лыжесмазочного завода, облигации которого сейчас в просадке. Какого завода, еще раз повторите, я не расслышал? Волобуевского лыжесмазочного. И вот сейчас их нужно покупать, потому что по техническому анализу, проведенному вместе со своим другом, мы пришли к выводу, что будет скачок к декабрю месяцу. А друг, получается, не покупал? Пока еще нет. Исходя из технического анализа? Да. Он определил, но я-то, допустим, там мало что понимаю, но он сказал мне так, что
что гипербола, трахикарпуса форчуна при касании с кривой Бальтерстрингера показывает четко начало роста этих облигаций после коррекции 6 декабря. Вот. А 12 декабря у меня день рождения. Я хочу к своей дате прикупить эти акции. Эти облигации, не акции. А как вы технический анализ проводили? Друг проводил. Я только наблюдала из-за плеча. Угу. И что вы же там увидели? Так я же вам только что рассказала про гиперболу трахикарпуса форчуна и кривую Бальтерстрингера. Вы мне чушь рассказали. Почему? Ну, значит, если я вам рассказываю чушь, значит, мой друг, который давным-давно уже занимается инвестированием, тоже рассказал мне чушь. Но я смотрела, как он делал этот анализ. А где он работает? В какой он компании? Он не работает ни в какой компании. Он моряк. Андрей Крузенштерн. С какой компанией он работает? С какой компанией? Ну, он с многими компаниями работает. У него и банки там, и наши, и не наши банки. Я же говорю, он моряк, он ходит в загранплавание. Поэтому давно уже инвестирует. Он давно уже инвестирует, и вот мне он все не рассказывает, конечно, но вот конкретно про вот эти облигации лыжесмазочного завода, ну просто мы рядом находились. Он работает с сельхозинвестициями, с акциями инвестиций, Сбербанк инвестиции, или может на НКБ? Нет, РНКБ. Что значит сельхозинвестиции? Я знаю, что он контейнеры там какие-то прикупал, которые вот, в которых переправляют по морю грузы морские. Вот это он покупал. Это я точно знаю. И он моряк, да? Да. А в Тинькофф инвестициях он торгует? Ну, может, и торгует, не знаю. Но вот я говорю то, что я знаю, то я говорю. А то, что я не знаю, зачем я буду вот так вот огульно оговаривать человека? Ну, он не работает с этими компаниями, и брокера у него нету, понимаете? Почему у него нету брокера? Есть у него брокер. Вы еще скажите, что он самостоятельно работает. Какой брокер? От кого? О, я не знаю. Я вот знаю, что у него есть банк Синтеза. Есть такой банк? Вот в Италии, что ли? Вот какой? У него там в Италии банк Синтеза. Вот у него там счет открыт брокерский. Это точно. А больше я не знаю, какие у них. Ну, у нас тоже есть. А на лондонской бирже он случайно не работает? Не знаю. Не могу сказать, не в курсе. Угу. Ну, просто я знаю, что вот он недавно пришел из загранки, он был в Италии. И в Испании, в Барселоне он был, и в Италии он был. Не перебивай меня, не перебивай. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Семен. Приятно познакомиться с вами. Вижу, вы в поиске работы находитесь. И кто сказал? А вот просто ваша заявка к нам поступила. Вы с менеджером в Телеграме общались? Он вам должен был сбросить как раз-таки саму форму регистрации. Инвестиционный проект при поддержке «Газпром». Нет, работу я не искала. Это вы путаете. А с менеджером общались? А какой менеджер? И вы меня не назвали. Может, вы не туда звоните? Да, тут просто имя не очень корректно указано, может, с ошибкой. Как вас зовут? Как это не очень корректно указано с ошибкой? Тут написано имя Марите Ощолине. Просто если имя, то очень редкое и необычное. Это вы? Вот это вы переврали его, а? А как правильно?
Ну, явно не так. Мари Те Азалине. Ага, а вот тут написано вот так, вот как я вам прочел. Нет. Вот Марите. 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 Озелине. Все, Марите Озелине. Необычное имя. Да. Думаю, не да. раз слышали. Ну вот. Так... Алло. Куда пропали? Алло. Человек перешел на сайт, который менеджер оставил, оставил там регистрацию. Заявка попала уже ко мне. Угу. Может, вы искали для себя дополнительный доход? Как удаленную работу с гибким графиком? Ну, вообще-то я хотела инвестировать. Я не знаю, почему или вы считаете. Даже так? Да. Хорошо. Почему вы считаете, что я искала работу? А просто 99% партнеров к нам таким путем, как я описал, и попадают. А вот вы, видите, целенаправленно за инвестициями обратились. Ну, попали куда нужно, инвестиционный проект при поддержке «Газпром», как я и говорил. Вот У меня для начала сориентируйте, есть ли у вас какой-то опыт в сфере инвестиций, или вы пока что новичок? Нет, у меня опыта нет никакого. Я только обладаю некоторым багажом знаний. Ага, то есть вы интересовались, читали, что-то смотрели, но еще себя не пробовали? Интересовались, смотрели, обсуждали с друзьями. Угу. Все, понял. Действительно, знаете, сфера инвестиций сейчас обретает некую популярность среди населения нашей страны. На подъеме, можно сказать. Вот люди, видимо, просто ищут для себя какой-то новый способ дохода, новый источник заработка. Вот, в принципе, в том, что вы новичок, нет абсолютно ничего страшного. На самом деле, более половины всех партнеров, которые к нам приходят, это такие же новички, как вы. Мы им предоставляем полное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Вот с нами у вас точно все получится. Хорошо? Ну, я работать не хочу. Я хочу это просто как дополнительный доход. Да, прекрасно вас понимаю. Многие люди сферу инвестиций как раз и рассматривают как дополнительный пассивный доход, который... А вы говорите дополнительный заработок, а я не хочу дополнительный заработок. Я хочу... У меня есть работа, я хочу дополнительно заниматься инвестициями. Вот, да, я об этом и говорю. Просто как вы мне про какой-то заработок говорите. Ну, доход и заработок. Что вы предлагаете? Давайте ближе к телу. Что вы предлагаете? Так вот, поскольку вы еще себя не пробовали в данном направлении, то вы будете закреплены за наставником, то есть за крайне опытным человеком, трейдером. Что-то знаете про такую профессию? Я знаю, кто такой трейдер, я знаю, кто такой наставник. Почему он у вас в одном лице, мне непонятно. Ну, ладно. А суть как раз-таки в нашем формате работы. То есть наставник – это человек, который будет вас сопровождать на мировом финансовом рынке и всему обучать, если вы того, конечно, захотите. То есть формат работы предельно простой. Вы будете, работы, формат, в принципе, сотрудничества предельно простой. Вы будете в заранее оговоренное время связываться с вашим наставником. То есть удобное и для вас, и для него. Он вам будет звонить, вы будете обсуждать актуальные сделки. Почему цена на тот или иной актив изменилась? И что с ней произойдет в дальнейшем? Вырастет, упадет, останется практически без изменений. Забыла, вы с Семеном представились, да? Подождите. Семен. Да, меня зовут Семен. Вы мне говорите, что я буду что-то с трейдером обсуждать. Мне это зачем надо? Мне нужно купить акции, положить их в портфель и продолжать жить спокойной жизнью. Я не хочу ни с какими трейдерами связываться, созваниваться, не хочу следить за рынком. Я хочу купить акции. И все. Так вот, суть в том, что нужно... Да, я понимаю, о чем вы говорите. Суть же в том, чтобы знать, какие акции выгодно купить. Да я уже знаю. А, то есть вы конкретно какие-то акции хотите купить? А какие? Конечно, я ищу брокера. Мне брокер нужен. Вы-то не брокер? Нет, мы не брокеры, мы финансовые аналитики. В первую очередь.
Вот финансовые аналитики. Как ваша компания финансовых аналитиков называется? Мы инвестиционный проект при поддержке компании «Газпром». Наша задача – собрать информацию, ее проанализировать, составить качественные прогнозы и предоставить эту информацию нашим клиентам, нашим партнерам. Мы предоставляем информацию не только простым физическим лицам, как, например, вам. Также предоставляем информацию юридическим лицам, то есть компаниям, там, банкам, например, также предоставляем информацию. Этим всем занимается... Семен, такой был вопрос. Извиняюсь, что я вас перебью, но какой был вопрос задан? Что мы за проект? Я же вам ответил. Какая вы компания? А вы мне говорите, что вы какие-то финансовые аналитики при поддержке «Газпрома». Ну, да. Я вам так скажу, что так себе вы нашли чем хвастаться. У «Газпрома» на минуточку за прошлый год 629 миллиардов убытков рублей. Убытков, знаю. И какого фига он еще кого-то будет поддерживать? И потом, что это за организация, которую поддерживает «Газпром», убыточный «Газпром»? Так а что, если у «Газпрома» убытки, ему нужно, по-вашему, все свои проекты под ноль свернуть и просто срезать, ими не заниматься, чтобы эти проекты в будущем не могли принести доход вместо убытка? Так репутация какая будет у вас, если вас поддерживают убытки? И как он поддерживает? Если он вам какие-то средства выдает, извините уж, то с каких статей, если убытки там сплошные? Да, так суть же в том, что «Газпром» нас спонсирует в первую очередь тем, что предоставляет нам клиентов, то есть партнеров. Как вот, это он вас спонсирует партнерами? Вы подумайте, что вы сказали, Семен. Свою клиентскую базу нам предоставляет, которые как раз-таки и оставляют заявки. Какая клиентская база может быть у «Газпрома»? О чем вы говорите? Так «Газпром» — это же огромная корпорация. Я понимаю, что... Ну и чем она занимается, корпорация эта? Свои клиенты. Корпорация «Газпром», прежде всего, она занимается добычей полезных ископаемых. Также их продажей, распределением и так далее. Ну, никак не инвестициям, и никак не инвестициями, никак не трейдингом. И уж никак с физическими лицами не связывается. Вы вот что-то... «Газпром» занимается инвестициями, послушайте. Инвестициями занимаемся мы. Тогда какая вы компания? Проект не может заниматься инвестициями, потому что инвестиции – это сам проект. А этими инвестициями должен кто-то заниматься. Какая вы компания? Так мы не компания, мы проект. И моя задача конкретно вам... Семен, скажите ИНН свой. И вы уже по второму кругу пошли. Скажите ИНН. ИНН есть у компании. Мы не компания, мы проект. Мы не занимаемся брокерской деятельностью. Как мы с вами заключаем договор? Какой договор мы с вами заключаем? Договор вы заключаете уже непосредственно с наставником, который вам будет предоставлять информацию. С какого перепуга я с каким-то наставником должна договор заключать? Он же работает в вашем проекте? Нет, наставники все наши независимые люди. Проект независимый, люди независимые. То есть я правды вообще тогда не добьюсь никакой? Какой правды? О чем вы говорите? Тут все правда, что я вам сказал. Задача нашего проекта – это работа с клиентами. То есть мы, по сути, связующее звено между клиентом и аналитиком. Что вы за свое связующее звено хотите? Сколько вы хотите денег за то, что вы меня свяжете с трейдером? Послушайте, мы все-таки не благотворительный проект, это вы правильно говорите. У нас есть только коммерческий интерес. В смысле, у наставника и у нас. Он распределяется. То есть... Я считаю, в этом плане мы максимально честный проект и прозрачный, потому что коммерческий интерес 20% от вашей чистой прибыли с нами в месяц. То есть абсолютно так... прозрачно – это когда прописано в договоре. А вы говорите, что так, я с вами договор не заключаю. Нашим инвестиционным проектом вы не заключаете договор. Вы заключаете так договор. Ну, я вам секрет открою. С инвестиционными проектами никто не может заключить договор.
С проектами никто договор не заключает. Заключают договоры с компанией. Можно заключить договор между физическими лицами о предоставлении брокерских услуг. Если вы это имеете в виду. Трейдер у вас что, еще и брокер? Брокерские услуги – это не только, знаете, доступ к платформе брокерской, на которой торги происходят. Это также и доступ к информации. Брокерские услуги – это очень широкий термин. Семен, какое образование у вас? А какое это имеет вообще роль? Это имеет очень большое значение и играет огромную роль. Потому что трейдер не может быть брокером. Вы так говорите, будто я вас призываю что-то делать, или там деньги у вас прошу, не знаю, какую-то личную информацию, или что-то в таком духе. Мы же с вами просто общаемся, просто обсуждаем условия сотрудничества. Такие условия меня не устраивают. Почему? Потому что они нелегитимны. Так, а что, по-вашему, обсуждение условий должно быть чем-то подкреплено каким-то юридическим документом? Условия, которые вы предлагаете, нелегитимны. Причем тут обсуждение? Мы с вами обсуждаем и обсуждаем, но условия, которые вы озвучиваете, они неприемлемы. Вы можете более детально обсудить все условия с вашим наставником. Да не буду я ни с кем обсуждать. Наставник, он же трейдер, он же брокер. Еще скажите, он же биржа. Да нет, не говорил я такого. Ну не может быть трейдер брокером. Послушайте, так чего вы вообще хотите? Давайте так. Я хочу, чтобы вы положили трубку и не вешали мне лапшу на уши. Или мивину, как хотите. Так вы же сами заявку оставили. Ну я слышу то, что вы несете, и я понимаю, что вы мне не нужны. Несете? Вы несете чушь. Поэтому я с вами не буду дальше ни обсуждением заниматься, ни сотрудничать. Я думаю, вы просто сами не до конца поняли, куда вообще заявку подали, на что регистрацию свою оставили. Да знаете ли, я поняла, куда я оставила регистрацию свою. И я также поняла, что наставник не может быть, он же трейдер, он же брокер, он же биржа. То есть получается, что вы вводите в заблуждение меня. А это обман. Я не совсем понимаю. Еще раз, третий раз. Трейдер не может быть брокером. Что непонятно? Брокер, я имею в виду, не платформа, на которой вы... Брокер – это посредник между биржей и между инвестором. Брокером может быть и физическое лицо. Не может быть брокер физическим лицом. Это организация. Вполне может, чего вы взяли? Посмотрите федеральный закон номер 39. И вы поймете. Хоть какой-то... Закон номер 39. Хоть какой-то... Не перебивай меня, не перебивай. Алло. Алло. Алло, Марита, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте, Марита. Это Максим Сергеевич. Мы вчера с вами общались касательно дополнительного заработка, помните? Как вы меня назвали? Марита. Неправильно Марита. Вы меня назвали. Нет. Марита. Регистрация там указана. Марита. Указана регистрация. Хорошо, будет Марита. 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 Нет. Хорошо, я говорю, Марита. Что нет? Два раза ударение надо сделать на А и на И. Сделаем. Все сделаем. Все будет. Повторите, пожалуйста. Но не сразу. Вы меня сориентируете, у вас ранее был опыт в сфере инвестиций или же нет? Не было у меня опыта в сфере инвестиций. Или вы новичок в данном направлении? Понял вас. Возможно, вы знаете, как зарабатывается на акциях. Или же на валюте. Покупали когда-то валюту или же акции каких-то крупных компаний?
Вы какая компания? Не, ну я имею в виду вообще, покупали какие-то акции крупных вы компаний? Вы компания какая? Доллар, евро. Ну, не помните, где регистрацию проходили? Вы много где регистрацию проходили? Вы опять мне начинаете хамить. Я сейчас опять брошу трубку и пойдете вы хамлю. Лесом. Я не хамлю. Хамите. Ну, так как какая это, вы организация? Как это вы сбросите трубку? Ну вот так ну, вот. Понимаете, что вы оставили как не сброшу, только сброшу. Зарабатывать намного больше. Так хамить не надо. Ну и что у вас поменяется? Нормально, общайтесь. Что у вас поменяется в жизни? Понимаете, что... Если вы будете хамить, я с вами не буду продолжать разговор. Вы больше не будете. Ну другие позвонят. Что вы так за меня переживаете? Компанию. Что другие позвонят? Вы много... Другие позвонят. И хамить не будут. Так вы много где регистрацию проходили, я не помню... Какая вам разница? Я свободный человек в свободной стране. Почему вы говорите? Марита, почему вы по складам говорите? Потому что вы меня перебиваете, пытаетесь перебить, пытаетесь нахамить. Я вас не перебиваю. Я не хамлю вам. Вы по-хамски общаетесь, вы не умеете разговаривать. Я не хочу с вами... Тоже, только вы. Я не Марита. Хочу с вами общаться. Марита. Марита. Это вам так нужно, понимаете? Ну мы все, давай. Я компания. Не буду с тобой общаться, ты хамло. Для того, чтобы... И все. Я сейчас трубочку положу, и можешь дальше. Марита. Понимаете? Ты неправильно произносишь мое имя. Это самый ценный разговор в вашей жизни. Понимаете? Самый главный разговор в моей жизни. Ну, конечно. От того, что мне хамят, я должна прыгать от счастья. Вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? От того, что мне хамят, я должна прыгать от радости, да? Ну все, алёта себе. Вы слышите меня или только себя слышите? Алло. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, Марита. Марита. Алло. Марита, алло. Я слушаю. Алло, Марита. Почему вы сбрасываете трубку? Я же говорю, то, что вы меня выслушаете, вы станете немного... Потому что вы мне хамите. Человеком, а как максимум, не перебивайте меня, а как максимум станете хочу немного богаче. Хочу перебиваем. Понимаете? Намного дайте быстрее. Мне нормального дайте специалиста, да. Который знает, Марита. Где он работает, не хамит клиентам, Марита, даже знаю, потенциальным. А вы, я а не вы знаю. Перебиваете, Марита. Я не знаю, где ты работаешь. Что вы знаете? Газпроме, где ты работаешь? Вы оставили регистрацию в Газпроме. Напоминаю вам. Так Газпром или Газпром Инвестхолдинг? Определись ты уже. Газпром Инвестхолдинг. А, все понятно. Газпром Инвестхолдинг. Поехали. Помнили? А, теперь хотелось бы побеседовать Марита. с нормальным слышите специалистом, меня, который не будет хамить. Марита, не перебивайте меня. Хотелось Алло. Бы услышать... нормального давайте специалиста. Такой, который давайте не будет мне хамить. Вашу компанию, Марита. Я знаю, зачем вы, я сюда обратилась. Ну вот, так выслушайте меня, я же говорю, станете нам... Специалиста мне нормального дайте. Работаете уже сегодня первую прибыль свою, Марита. Хеда, дай своего. Марита. Хеда, дай своего. Сейчас буквально, одну секунду. Давай. Алло, Марита, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Марита. Да, меня зовут Золотарев Дмитрий Павлович. Приятно с вами познакомиться. Угу. Вы хотели пообщаться с руководителем моего подчиненного, верно? Да, я хотела бы донести до руководства о том хамстве, которое я слышу из уст ваших специалистов. А что конкретно? Вас не устраивает в работе с ними? То, что он мне хамит. А вы вот сейчас выключаете звук микрофона. Еще это раз. Меня тоже не устраивает. Какой микрофон? Что вы имеете в виду? Выключает звук в микрофоне. Звук микрофона.
Вы отключаете звук микрофона. Ну я же сейчас с вами общаюсь, правильно, не отключаю звук. А когда вы замолкаете, вы отключаете звук. Меня это раздражает. Ну, смотрите, я сейчас, чтобы вы убедились, я могу сейчас 5 секунд для вас специально помолчать, чтобы вы так, знаете, не переживали. А что вас это смущает очень сильно, смотрите. Марита, вы здесь? Чего вы молчите? Вы молчите, и я молчу. А вы точно руководитель вот этого предыдущего? Кого? Кого конкретно, Марита? Ну вот, у вот которого этого. Вы взяли. А как вы так выражаетесь, Марита? Микрофончик? У нас здесь нет микрофона, Марита. Марита. Вы с микрофоном общаетесь? Марита. Марита? Угу. А вы точно Марита? Знаете, да. Вот несколько дней назад, и даже несколько дней назад, и вот буквально месяц общался, знаете, вот похожая девушка, только она постоянно проходит регистрации на всех инвестиционных проектах. И вот вас, случайно, не Светлана зовут? Меня Светлана? И в мыслях не было Светланой быть. Да, так мы же с вами ранее общались, Светлана, я вас уже... Нет, я не Светлана, даже не мечтайте. Вы просто в этот раз не совсем, так сказать, подготовились, Светлана, или что? По-моему, в принципе, я вам уже вносил ясность, как работает наш проект. Я с вами вообще первый раз общаюсь, если что, если уж на то пошло. Так вы Марите или вот Светлана, вы мне подскажите? Марите. Вы постоянно вот указываете Марите, только вы просто постоянно указываете разные имена, после Светлана вот вам Марите. Я никогда не была. Я просто ваш голос узнал. Марита. Да не могли вы мой голос узнать. Я сейчас не в голосе. Мы с вами общались. Мы с вами уже общались несколько раз, понимаете? У меня сейчас больной голос. Вы постоянно разные имена указываете в регистрации. Да что вы? Это у вас такая тактика. А отшивать клиентов, я что-то не до конца поняла вас. Марита, вы мне подскажите, вы заявочки для чего оставляете? Чтобы пообщаться или что? Вы вообще в своем уме? Вы вообще точно руководитель вот этого? Вы точно руководитель вот этого человека, который до вас был? Заниматься нечем, Марита. Марита. Конечно, Марита, я являюсь заместителем руководителя целого проекта «Газпром». Целого проекта «Газпром». Какие у вас вопросы есть ко мне, Марита? Или вы мне ответите на мой вопрос. Для чего вы постоянно, так сказать, знаете, вот меняете имена в регистрациях? Вы знаете, если вы так будете огульно обвинять своих клиентов потенциально, то они никогда не станут вашими клиентами. Марита. Марита, так у нас здесь нет клиентов, у нас здесь есть только партнеры. Клиенты, это знаете, где-то так там. Так вот, вы своих партнеров такими вопросами от себя отталкиваете. А вы мне ответьте на мой вопрос. Вы мне не нужно внести какую-то ясность или там задавать мне вопрос. Так я вам уже отвечала. Вы забыли? Что, на что вы отвечали? Я вам задаю вопрос про Светлану. Вот. Так а для чего постоянно указываете разные имена в регистрации? Я никогда не указывала ни свое имя. Вы себе это придумали. Причем Светлана такое имя, что мне даже бы в голову не пришло бы называть такое имя. По отчеству у вас как, Марита? А зачем вам это? По отчеству у вас как? Вы сейчас не можете придумать. Почему? Я знаю свое отчество. Альбертовна я. Альбертовна? А фамилия у вас какая? Озалини. Как еще раз? Там же написано, посмотрите. Где написано? Так я хочу, чтобы в регистрации. Ну вы мое имя не могли выговорить. Теперь еще будете пытаться выговорить мою фамилию. Правильно, вы же придумали сначала имя, потом фамилию, вот. А вот. Отчество Альбертовна придумали, так сказать, знаете, сразу, чтобы не ломать себе язык. У меня отца звали Альбертс. Какое у меня отчество? В какой школе вы учились, мне подскажите? В российской.
какой школе конкретно номер мне назовите? Вот. Вы же 72-й. 72-й? Да. В Москве, правильно? Или где? Нет, не в Москве. Вы же из Москвы? Нет, я не а вы с Москвы. Из Москвы? Нет. Я с Краснодара. А, вы с Краснодара, правильно? Да, да. А как звали вашего классного руководителя, вы помните? Конечно, Ельчинова Людмила Яковлевна. Съел? Да, здесь почему-то вот мне не указано. Что еще? Ай, я должна в регистрации указывать имя своего классного руководителя. Ну, теперь буду знать, буду указывать. Так вот, гимназии... Куда, куда ты пропал, Дмитрий? Куда ты все время пропадаешь? Куда у тебя звук западает? А чего вы со мной на ты перешли, Светлана? Ну, потому что это деструктивный уже разговор пошел. Вообще ни о чем и ни для чего. Что за вопросы ты задаешь? Я просто... Ну, не ты, а вы же пришли сюда зарабатывать. Нет, я пришла не зарабатывать, а за дополнительным доходом и разговаривать по... на профессиональном языке и отвечать на профессиональные вопросы. И что я слышу? А что такое? В какой школе я училась? Язык? Ну ты вообще дурачок, а еще хед. Хедом назвался, полезай в кузов, говорят. Есть такая поговорка. Кем назвался? Хедом. Хедом? А кто такой хед? Ну, раз не знаешь, значит, ты не хэд. Значит, мне просто так отдали меня тебе на растерзание, а у тебя не получается растерзать. В общем, из всего, так что я услышала, я делаю вывод. Я не Светлана. Я делаю вывод. Мошенники. По голоду так меня это вы, узнал, да? Светлана. По голосу. Я не Светлана. Я не Светлана. Да я вас дурачок знаю по голосу, ты. Светлана. Мы же с вами общались месяц назад. Да не общалась я с тобой ни разу. Мне только вчера твой вот тот придурок позвонил, который тебе отдал наушники. Ну, все. А не вывозишь, да? Не вывозишь ты. Все, давай, иди матчасть учи. Матчасть получи, нет, не называй людей другими именами, не называй людей другими именами и матчасть подучи. Я не Светлана. Не нужно переживать. Тем более я с вами не буду никаких иметь дел. Готовьтесь. Вы не профессиональные мошенники. Мухляры. Я уверен, что, так сказать, знаете, мы с вами общаться не будем, Светлана. Я тоже с вами общаться не буду. Все. Чао, какао. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло? Я слушаю. Марита, здравствуйте. Как вы сказали? Ну, как вы указали, так я и сказал. Марита. Позвольте представить, меня зовут Михаил Андреевич. Марита. Слушаю вас. Хорошо. Так Михаил вот, Марита, Андреевич. Вы проходили регистрацию на инвестиционном проекте компании Тинькофф. Вот я и звоню с целью узнать. Вот вы же общались с менеджером, но к работе не приступали. Что не подошло вам, что не получилось? Не знаю, они сливались и все. В смысле сливались? Бросали трубку. Понял. А из-за чего? Я откуда знаю, из-за чего? Не могли нет, вы говорить нет, мое слово. Нет, смотрите. Марита, я говорю о том, что как вы в регистрации указали, так я и говорю. А, это раз. Второе. Вы говорите о том, что вам нужен брокер. А для чего? Вот я и спрашиваю. Для того, чтобы акцию купить. Для чего еще нужен, бывает, брокер? Mm-hmm. А какой брокер вы знаете, о каких слышали? Вам к чему эта информация? Вы с какой целью звоните? Потому что звоните? Вы пытаетесь
Смотрите, потому что исходя от комментариев по вам, да, вы начинали тут, грубо говоря, какую-то корону надевать, как вы вот сейчас говорите, сливались и так далее, клиент, ну вот, менеджера ваши. То есть вы пытались их как-то в угол загнать, правда же? Вот я и говорю, вот вы говорили о том, что вам какой-то брокер нужен. Так вы мне расскажите, пожалуйста, вот если вы такая вот начитанная, да, умная якобы, вот я и спрашиваю, вот, о каких брокерах вы, например, знаете? Что слышали? Ну, во-первых, начнем с того, что я не помню, о чем был разговор. Поэтому вы так позвонили продолжить разговор. И что? Ну и что, Марита, что 2 дня назад? Марита, как можно не помнить разговор 2 дня назад? Вам звонит? Марина буду называть. Пойдет? Да сейчас. Хватит это... Так хватит ерундой тут заниматься. Вы как в регистрацию указали, так я и говорю. Для меня это иностранное. А вы почему орете на меня? Ничего страшного. Потому что вы начинаете сейчас неправильно. Идите, вам позвонили, потому что вы к вам обращались. Поплачьте, а вы там в туалете и все. Вы девушка, которая думает, что она умная. На самом деле это не так. Я глупая. Я вообще пробка. Вот просто если пробка глупая. Если вы говорите глупая. Про брокера. Я еще раз говорю. Если вы сказали про брокеров, он вам нужен, вы ищете брокера и так далее. Хорошо. Вы говорите о том, что брокер вам нужен для того, чтобы вы могли купить, например, акции. Хорошо. Так, а пример, на какие брокеры вы знаете, о которых слышали? А звук что выключил-то? Потому что я не хочу, чтобы вы тут музыку слышали, которая вам мешает. А-а-а. Чего вы начинаете меня оскорблять, я не понимаю? Ну, потому что ведешь себя неправильно, наверное, поэтому, да? Слушайте, нет, мы с вами на «ты» не переходим. Моя да хорошая, что моя ты зайка. Говоришь? Я вам задаю вопрос. А, на за... закрыла, мы на зайку переходим. Да, мы же раз... на зайку да, переходим. Да, я вам говорю, закройте рот. Вас... Волк. Я вам еще раз ну, спрашиваю. Погоди. Я еще раз вас спрашиваю. Все? Не перебивай меня, не перебивай. Алло. Алло, Кристина, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Анна, звоню, касается вашей регистрации в проекте «Газпром». Ну, дальше. Алло. Да, я слушаю, дальше. Мы общались с нашими специалистами, но почему-то не приступили к общему решению. Подскажите, что у вас не получилось? Подскажите, когда это было? Позапрошлом месяце, 17 числа, вы проходили регистрацию. Ну, давно было. Что-то, видимо, пошло не так у ваших специалистов. А вы бы спросили у них? У наших специалистов или да? У вас? Или у вас? Нет, у меня не могло не так пойти. Я хорошая. Сомневаюсь.